Привет всем любителям пошаговых стратегий и Sidmer Civilization, и моего канала. Вы слышите и видите Алексея Халецкого. И вот решил выложить такую партию, которая была записана давненько. Но дело в том, что в ней участвовал Юрий Хованский, узник совести, политически заключенный. Теперь, ой, да господи. Я записывал уже отдельное видео по поводу задержания, не буду вдаваться. Коротко могу сказать, что я просто считаю, что нельзя так ни с каким человеком поступать абсолютно. Дело не в том, что просто это мой знакомый, и тем более, что мне кажется, он довольно много для ЦИВы, тоже для популяризации ЦИВы сделал. И вот у меня есть партия, выкладывал. Поэтому, ну, мне совесть не позволяет это как бы обойти вниманием, и тем более, что вот есть, например, такая партия в шестую ЦУ. Я ее раньше не выкладывал просто по той простой причине, что она не доиграна. Более того, там какие-то есть некоторые проблемы со звуком, поэтому я просто ее выкладываю одним файлом. Я думал, что как-нибудь, когда-нибудь ее для спонсоров выложить, но такой случай в тему подошел, знаете, что можно показать. Партия с Юрием Хованским в шестую ЦИВу, недоигранная, полностью одним файлом. Приятного вам просмотра. Офигенный какой-то старт вообще без ничего. В какой-то тундре. Да, Ивановна, короче, у меня... Что это такое? Что? Пацаны. Что у тебя случилось? Я между тундрой, пустыней и болотами. Кстати, у меня примерно такой же старт. Еще у меня сверху этот вулкан. У меня пустыня и вулкан. Еще один вулкан. Ну, блин, я не знаю, я не хочу тут ходить, тем более, что... Как же непривычно. Я не думаю, что я с сильными соперниками играю. Я играл, пиздец. Но еды нету вообще просто. Город все, будет расти очень хреново. Да. Так а чё, таймера нет? Или первый ход? Первый ход, таймера, да, все? Да. Первый ход нету таймера. Так, ну я походил, кого жду. Меня. Я походил. Блять, чуваки, у меня реально хуча, я заскриню эту хуйню, это хучий спавн вообще за всю историю моих сетевых игр в цивилизации. Возможно, просто тут никого из вас не будет, блять, мне будет проще обороняться, но типа, это пиздец, это... Блин, где мне еду взять? Пиздец. Возможно, где-то рядом есть. Просто трындец какой-то. Да, и самое главное, что да, идти даже некуда, да, было. 5 ходов, блять, искать нахуй. Блин. Слушайте, я даже не знаю, стоит ли мне оставлять на поселенца, потому что мне надо еду сделать. А чтобы сделать еду, мне нужен рабочий. Не бейте меня, пожалейте. Хотя, может, сейчас лошадь появится. Блин, ладно. Мы теперь не видим, кто не поезжал в ход следующий, да? Пока не нашли. Пока нефть не откроют тебя. Бля, вот я не хочу сгладить, но вроде сетевуха работает стабильно, блядь. Ну вот, а что это с лобби было за хрень у меня такая? Почему так все дико тормозило в лобби, а сейчас тут все... Чувак, просто хорошо, что все заработало более-менее, блядь. Это все, что нужно, блядь, типа... У меня есть предположение, что, ну, к лобби у них все-таки есть какие-то сервера, и типа эти сервера сейчас лагают, потому что недавно дом вышел, может, много игроков, типа. Ну, лагает почему-то только для меня и только для человека, который находится в США, хотя они сами по себе находятся в США. Ну, не знаю. Так у них ни серверов-то вообще нет, блядь, они... А ты в США эмигрировал? Да. Вот. И будет кому остановить Давидова Баджаняна свой? Да, Лёшка его... Твои... Кунг-фу, цивы, блять, разъебашь. Дед скажет, а не желаю я тебе партию в цивку? Не, пожалуй, блин, буду продолжать откладывать. Весь этот туман войны, я даже не знаю, покруче стало вроде как.
Она варятся мне, она Ой, тут много. Тут, короче, все разделились на два лагеря. Одни говорят, что за говнище, это шестая цива, я не могу смотреть, она стала мультяшной, тут туман войны, говняны. Вообще нифига не понятно. Мне кажется, с новыми тенденциями игропрома все игры мультяшные будут скоро. Не, ну я считаю, что разнообразие требуется. Ну почему нет? Слушай, тебе нравится пятая? Играй в пятую, тебя же никто не заставляет. Пятая же никуда не делась. Мне и четвертая нравится, и шестая. Это разные игры. В этом же и прикол. Это намного лучше, чем выпускать одну и ту же игру постоянно. Ну, FIFA так и делает. Ну вот к ним почему-то претензий нету. Типа каждый год выпускается одна и та же игра. Кучу бабла туда заносят. Это вопли нижнего интернета, как Антоха Логинов сказал. Вы нижний интернет, блядь. Ну да. Что вы выколупываетесь? Battlefield не понравился. Я, конечно, мало разбираюсь во всех этих ваших видеоблогерах, честно говоря, пока вы тут... Между прочим, главред игромании. Нет, я и игроманию не читал. Но я знаю, про Антона Логинова говорите, и по мне так вполне вменяемый человек. То есть почему хейт такой идет? Юра, ты, видимо, не кидал нарезочку. Да. Лёш, потом посмотри, как Антон Логинов опускает нижний интернет, блядь. Нет, я могу представить, почему у него бомбануло. Я могу представить, вот когда... Это примерно из того же разряда, когда у Киркорова бомбануло по поводу розовой кофточки. Вот. То есть есть какой-то предел, когда, видимо, человека достает вот эти тупые комментарии, которые идут от людей, которые видео смотрят. Чувак, ему просто написали, что 4000 за игры это очень дорого, а он, блядь, из этого багетил, блядь. Так, а как юнит повысить? Я щелкаю на повышение, ничего не происходит. Если он походил. Нет, он не ходил. Ты ход закончил? Нет, я не закончил, у меня тут всякое... Нет, ой, нет, кто там повышение это хочет? Это варвары, блядь. Не закончил, но он у меня не повысился. Ну ладно, в следующем ходу повышу. А, следующий, господи, все норм будет. Жду поселенца, тут, конечно, город вообще не растет. А как же хуйнуть варваров? Ну, опять же, я играю против... Когда Антон Логинов кальянчик курит. Ко мне нижний интернет приближается, как его хуйнуть? Блин, почему мы обсуждаем каких-то неизвестных людей? Вот Андрей, где, почему у тебя не видно нигде? Раньше ж был, что-то делал, я правда не знаю что, но что-то слышно же было. Я хоть не знаю что, но что-то делал. Он засел как? И стал в циву играть. Это... Ну нет, цива, цвета, да. Юра вон повзрослел, стал рэп все. Петь. Сива, это, между прочим, наше все. Я, кстати, постоянно вот в комментариях к тому видео пишут, а сыграйте еще с Хованским и Стригулевым. Так классно. Ностальгия. Венгрия становится первой цивилизацией, блядь, открывшей невероятное чудо, блядь. Соснули? Какое чудо? Что за чудо соснули такое? А и так я вам и сказал. Это питерское какое-то, видимо. Юра. Невероятно, я открыл невероятное чудо, блядь, на сайте. По очкам мы с Призонером пока что на первом месте. А где эти очки смотреть? Всемирный рейтинг, счет. Ты раньше, помню, публиковали, типа, великий Нерон там или кто-нибудь, блядь, написал о, рукопись Женева. О том, кто не пидорас, так. Прочитайте, в Циве приходила эта хуйня. Да, это было во второй, наверное, Циве, в третьей, вот в таких вообще, в ретро. Мне так больше нравилось, блядь. Да, мне тоже. Блин, ну давайте пока сюда пойдем. О, я нашел континент новый. Ну тут странно, конечно, как это. Вот Женеву первую я нашел, это здорово. Так, поставим против варваров, поставим на пантеончик. Бля, я все весь. Да, щелк. На нашей планете 7% вероятность засухи. Надо с этим что-то делать. Да мне в рот ебал, я вообще всех уничтожу, блядь. Я буду нахуй выкачивать, блядь. Что? Что? Все из земли, блядь, и мы все сдохнем, блядь. Я пытаюсь проверить экологию, блядь.
на прочность нахуй. Швеция выносит осуждение нации Венгрия, которая бездумно пытается просто все себе захапать на этой планете, все ресурсы вместо того, чтобы... Я моя доктрина — это 4 традиционных города Алексея Халецкого, поэтому это ты породил меня. Да, жалко, что в шестерке она не работает. Но... Ну, мне... А я, знаешь, вот так как бы... Фанатики, они такие. Поставлю оно тут. Оно, может, уже и не работает, но им все равно они. Юра, то есть ты через 4 города будешь играть? Я не буду оглашать свои планы, хотя вы уже поняли, как я буду. Но с другой стороны, я не вижу тут мест даже для 3 традиционных городов, потому что у меня какой-то спавн, блядь. Я не знаю, что тут. Может быть, в новом это наоборот заебись? То есть у вас будет глобальное потепление, а я и так в пустыне жил, блядь, типа... У тебя люди и так превыше. Да, 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 они как бы, бля, они будут хуйней страдать, но я сильно сомневаюсь. Ну, в принципе, какие-то места есть. Если что, в этой цитаве не могут эти разведчики ходить стабильно на 2 клетки. Да, тут все в этих теперь очки передвижения. Не, ну почему? Это правильно. То есть зато ты можешь спокойно убегать, например, от каких-нибудь варваров, а раньше ты встал на холм, у тебя очки закончились. А сейчас встал на холм, у тебя закончились очки, но при этом тебя на холме никто атаковать не может, потому что у юнита не хватает очков перемещения, чтобы тебя проатаковать там. Оно, это просто непривычно. О, кого-то я встретил. Кого? Меня? Да. Не. Может, привет, Кристо. Отстой. Боже, как же много варваров. О. Лошадки появились. Наконец-то. Время торопит, а я, блядь, в рот не ебу, что делать. А риф можно как-то обработать? Нет. Жаль. Как ты рифом работаешь? Не знаю. Ну, смотри, допустим, смотри, можешь продавать его сувениры. Обработать, типа, заремиксить. Сыринить. Фитануть с рифом. Так, а кого у нас не слышно? Да всех вроде слышно. Нет, ну мы вот только... Мы вчетвером только разговариваем, по-моему, еще двое игроков. Я думаю, просто инфопризнер не очень общительный, вот и все. Да нет. Я же общаюсь. Я просто сосредоточен. Я пытаюсь прочитать как можно больше, пока щелкаю. Кто-то да, мы просто... А кто-то старается выиграть. Нет, ну хотя бы, чтобы понимать в следующий раз, как тебе вообще. О, у меня... У меня вулкан стал активным. Жители. Ебать, я, короче, вас всех нагнул. У меня вовремя присоединили жители. Теперь готовьтесь сосать у моей цивилизации, блядь. Да, ребят, Юра на первом месте. Надо с этим что-то делать. Ну, я же сказал сосать. Вот что делал. Старая добрая петушиная дипломатия, реально скучал по этому. Ну я вам хочу так сказать, моя земля вам не нужна. Предлагаю вести против Хованского торговые санкции. Согласен. Предлагаю забрать у Стригуля Крым. Согласен. Швеция совсем согласна. Поэтому так долго и существует. Так, производство, производство. А тут, если я не ошибаюсь, рабочие — это как ресурс, да, они заканчиваются? Да. Угу. Рабочие также могут на воду садиться и строить, да? Могут, только тебе надо теху открыть сначала. Мореходство, чтобы рабочий на воду садился. Юра, ты же в 6-го цифку вообще особо не играл, если не ошибаюсь. Никто не играл. Не, ну я-то... Не, я пару раз сыграл. Я вот буквально на днях поставил, сыграл с ботами и все. Но меня Юра взял в игру только при условии, что я никого не выношу. Тут сижу и развиваюсь. Да я тебя просто попросил себя прилично вести. Нормально же общались.
Так, лошадок обработаю. Так, еще обратите внимание, что теперь тут ресурсы накапливаемые. То есть у вас какое-то количество, они как бы капают. И у них есть предел. Вот, например, пока вы не построите военный лагерь, у вас предел 25. И вот вы, например, проработали лошадей, они в ход плюс 2 будут добавляться. А один всадник стоит 10 лошадей. То есть у вас за 5 ходов только накопится на то, чтобы всадника построить. Мне просто интересно, что происходит с теми 9 лошадьми, которые мы не видим. Цыгане, наверное. Я думаю, это просто отряд всадника. Видишь, как все сложно. Вообще теперь, блядь. Да не говори. Пизда. Юр, а у тебя гильдия ролики после каждого этого ГВ делает? Нет, это ролики не моей гильдии, это ролики Шотера. Мем местный на сервере, типа... Супер. Спасибо, спасибо. Очень важная информация. Спасибо. Жалко, что пропустил, конечно. А другие, как вот игроки, все остальные, они нормальные, я думаю. Ого, нормальные? Ты ну если бы они меня выносили... захватывали город, мне потом предлагали мир подписать. Может, и они бы были. Что знать? Я ж тебя еще не выносил. Нет, ну было дело, помнишь? Мы просто сегодня на ностальгии говорим. Все помнит, слушай, все записывает, все помнит. Так. Кого мне третьим обработать? Кстати, рабочие, по-моему, не пропадают, зря вы так сказали. Три заряда. А-а-а, бля, ну пизда, блядь, ну так бы и сказали, ёпта. Просто дорогу строил, да? А дороги сами строятся, от торгового пути. Да, дороги тут могут строить только военные инженеры, но они вам не понадобятся, на самом деле. У вас торговыми путями все дороги будут нормально проложены. Я думал, ты скажешь, о нём не понадобится, его сраньше... Потому что я его выебу! Ну я не знаю, уже 18-й ход, я еще никого не встретил, так что очень сомнения у меня. Да, ты точно маленькую карту поставил, Андрей? Да, я проследил. А вообще, кто кого? То я так понимаю, только Призонер кого-то встретил, и все. Я с Призонером встретил. И все. Да. Реально что-то не видно никого. Ну я куда-то сюда пойду сейчас город я ставить. Я по полям каким-то никого не могу найти. Ну я бы вот сюда поставил. У горы, правда, но... Я стараюсь изо всех сил. Даже лояльности не видно. Но старт, конечно... Отвратительные места тоже какие-то такие, так себе. Да, кстати, вы тут это, города свои не старайтесь куда-то подальше впихнуть, вы лучше рядом с собой, тут еще есть механика лояльности. То есть, если, вот как было в пятерке, можете, могли подойти и бахнуть там свой город прямо у границ чувака какого-нибудь. Так вот сейчас он у вас отвалится ходов через 7, через 8, просто отвалится, потому что с ним будет хватать лояльности его удержать. Так что плотничком селитесь, плотничком. Вот тяна. И используйте линзы. Вот у вас, где мини-карта, справа, вот самая правая иконка, линзы. Там много всяких удобных линз, которые показывают всякие штуки. Вот лояльность, ну, правда, сейчас вам не будет видно нифига лояльность. Но когда вы будете кого-то встретить и будете к ним подводить города... Вы будете выбирать поселенцы и видеть, что у вас там будет на каких-то клетках мы будет написано. Мы катапульты будем подводить. Хорошо. Да я угораю. Еще, ребят, как я понял, теперь есть такая тема, что возле побережья и возле рек ты можешь поставить город, а потом его затопить. Да, именно так там нарисовано. А там, по-моему, риск пишет тебя заранее.
Да. И еще вулкана может накрыть. Нет, там не риск, пишет. Вот смотрите, откройте, у вас сверху в левом углу есть климат на планете. Видите, вот иконки там, великие люди, климат на планете. И видите, когда вы откроете, там первая фаза изменения климата, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Так вот, вот эти волны, ну, про которые Андрей говорит. К восьмой. Да, вот там нарисовано, вот у меня, например, есть волна, написано «при повторном повышении уровня моря». То есть это, по-моему, на третьей фазе вот эту клетку затопит. Просто чтобы заранее, когда вы ставите город, чтобы вы были подготовлены. Но затопление, опять же, можно избежать, если построить плотину, она в техе компьютеры. В эпохе атома компьютеры есть вот там плотина. Вы строите ее в городе, и тогда у вас никакие клетки не затапливаются. Прикольно. Не, вот эти мне изменения климата, всякие эти стихийные бедствия, мне тут очень нравятся. Оно... А, и к тому же эти стихийные бедствия, оно как бы вроде и в минус идет, у вас клетки разрушаются, жители гибнут, но при этом они еще обогащают клетки, на которых были. Вы потом можете... весело. Да, это весело, жители гибнут особенно. Обогащают клетки, и вы как бы восстанавливаете, у вас наоборот лучше это все становится. Древний мир заканчивается. О, я кого-то нашел. Меня, походу. Да, Денис. Блин, найдите меня кто-нибудь. Денис, мы как бы вообще недалеко, я бы сказал. Так, ну что, я это возьму плохо, нет, хорошо. Богиню Земли. Понятно. Торговать будем, наверное. Надеюсь. Я надеюсь. Мистицизм ускорили, тут рабочих. Эй, а социнститут когда менять можно? Когда цивик открываешь. Ага. Либо за деньги можешь. Ты можешь за деньги поменять. Андрей, ты сверху ко мне, да, пришел? Ну, можно и так. Ну, точно не снизу. Начинается. Я, кстати, постоянно в своих играх забываю, что можно за деньги менять социнституты, на самом деле. Оно того стоит. Иногда важно его поменять. А куда тут варвар побежал? Главное, даже вроде не считается, что он меня встретил. Юра, ты лучше... Слушай, запиши какой-нибудь рэп про пошаговые стратегии, сделай как это... Как популяризацию умных игр. А может ты, запишешь, Лёш? Я не такой классный, как ты. Меня не будет смотреть там буквально несколько тысяч, а тебя миллионы посмотрят и начнут играть в ЦИУ. Сделай, пожалуйста. Ну, мне кажется, гораздо веселее будет, если ты как отец жанра, так сказать. Может быть и веселее будет, но не так массово. Ребята, у меня буря началась. В душе она... или вокруг городов? И... В игре. Торнадо, получившее название Яскутсус, движется на восток и будет бушевать в течение следующих двух ходов. Ну все, смерть. Тоже весело. Угу. Это каменную кладку пооткрываем. Блять, как все быстро теперь, ебан. Кстати, а тут пауза есть, если вы не знали. Можно нажать на паузу, сказать, что-то сделать и продолжить. Прикиньте. На буквочку П. Ну, на английскую P. Ебашим по карту, блядь. Нет, давайте юнитов пока строить. Так, давайте подумаем, если я сюда город ставлю, то раз, два, три, ну сюда влазит еще, нормально. С одной стороны, конечно, все эти болота могут мне сослужить хорошую службу, потому что где я люди ебал, вообще? Как вы будете через них пробираться. О, вот чьи-то границы. Ладно, не будем туда ходить пока. Вадим, это второй город поставил? Да. Найдите меня кто-нибудь. Венгрия теперь отстала от цивилизации. Я походу понял, это же А, не, карта не земля, а Пангея. Тогда я не понимаю, почему у меня вокруг одна вода и я в ебенях.
думал, что ты... Я думал, я в Австралии, братан. Не, слушайте, так это нормально, это реальные венгры, они же, помните, они на территорию современной Венгрии откуда-то прикочевали с какой-то херни. Так тебе надо было кочевать оттуда сначала потихонечку, найти нормальное место и там селиться. Ошибка, видишь, ты первая знаешь, ошибка блядь. Сразу тебе всю игру испортила. Ну тут надо ставить. Ага, ну я зато быстро. Джунгли вырубать по-прежнему можно, да? Чтобы получить производство. Да, да. Я рекомендую это делать. Откройте губернаторов. Тут есть механика губернаторов. Найдите губернатора Магнуса. И видите, там у него первая самая прокачка плюс 50% к ресурсам, полученным благодаря сбору урожая и изменения клеток города. То есть, если так ты вырубаешь, например, лес тебе дает 20 производства, то под Магнусом в городе, где он сидит, ты получишь 30 производства. По-моему, существенно. Причем Магнус мерзкий. Ну, очень полезный зато. Мерзкий Магнус. Да, ну, конечно, я буду не успевать, знаете, почему? Потому что я буду гайдики рассказывать периодически. Вау, кто-то висячие сады построил. А давайте мы глянем, кто это сделал. А это сделал у нас... Это сделал... Андрей! О, Андрей, чудо-строитель. Готовьтесь его мочить. Ой. Я не буду это никак комментировать. Что это? Как назначить губернатора Агама? Так, губернаторы назначить. Столицу, да, я Халецкого нашел. И чудо построил, да? Что лучше построить, армию или чудо? Давайте глянем силу Кри. У Кри сила 41, у Швеции 57. Ну, только и армия есть, слушай. И швец, и жнец. И на дуде. Блин, я вообще с губернаторами пропустил. В смысле, так ты что, уже можешь губернатора нанимать? Я уже посадил. Мне просто у них развитие. Ты не напомнил. Ой. Блин, не поселенцы. Поселенцы не надо еще. Кого я там встретил? Фес. Как все теперь серьезно. О, я встретил город-государство Фес, и мне это напомнило, что мы когда-то с каким-то чуваком тоже под ником Фес играли. Был же такой, да, какой-то, нет? Не от нас. Фемис, может быть. А, Фемис был, да. В армию потом уже шел, помню. Да, его все забыли. И не вернулся, что ли? Это жизнь, наша жизнь, вернулся, да нет? Просто... Все, никому не нужен стал постоянно. Чего? И вам не нужен? Ну да как уже перестали в цифру играть. Какая антиреклама российской армии? Нет. Я уже почти всех нашел так. Хорош. Какой-то социальный. Да, Юра только и Вадима не нашел. Ну, так, Юру, мне кажется, никто не найдет, потому что он где-то... Вы еще, конечно, не в курсе, что тут есть механика темных, нормальных и золотых веков. Я вот могу сказать, что Андрей уже в нормальный выходит, Призанер в нормальный, Инф в темный выйдет, Юра в темный и Дис в темный тоже. Да. Нахер да. Это просвещение, прогресс — это путь к разрушению. Мне не хватит темного века, чтобы дать тебе... пизды в темную. Вот это каламбур. Ну да. Ну это, Катя, затравочка для первого куплета, Юра, ты записывай как-то. Как заплачено, так и захуячено. Понятно. Блин, если это видео выложу, то получится, что будет говорить Халецкий платит Хованскому. Можешь запикивать. Сидеть, пересматривать. Нет, я не буду. Нет, помню времена,
времена, когда еще ты боялся, что за мат будут банить, ты сидел тайм-коды ставил на каждый мат, по-моему. Да, было такое. Счастью всем похуй. Ну, на Твиче стали банить... Меня кто-то нашел, а я не нашел. Как так получилось? Как меня мог Стригуль найти, а я его не нашел, блядь? Че это за поебень? Ну, он сконь с этого... С холма тебя увидел. Опа, а вот и Дидона еще. Значит, ты снизу. Блин, я не хочу еще никого встречать. Не, я че, реально в Австралии какой-то нахуй? Че это за Пангея такая, блядь? Короче, знакомьтесь с великой Хованской пустыней. Вам через нее не пробраться, она слишком охуевшая, блять, вам не дойти. Юр, тут в какой-то момент появляются самолеты. Ну вот, блять, только они тебя и спасли. Не у всех. Самолеты не у всех. Вы лучше мне расскажите, что это за тема странная на Твиче, что банят за... Даже не за гомофобию, типа, а за... Как это там, то ли за обзывательство, вот такие... За антифеминизм. За что только не банят? Подожди, обзывательство и приравнивается к гомофобии в рамках западной культуры. Если ты кого-то называешь на слово, на букву эту, ты как бы гомофоб. О, можно отправить посла, кто такой Антиох? А, это город-государство. Блять. Не, Антиох это чувак, в честь которого Антиохию назвали. А, ты на английском играешь? Нет, я на русском, на английском Антиохии. Ну, Антиохия. Принять добавили дипломатическую победу. Да. Но в сетевой нереально, по-моему, победить дипломатически. Не в этой конфе. Не, там... Они не отскалировали, короче, по скорости, по моему мнению. У тебя там, понимаешь, там дипломатическая победа, тебе за голосование, там, когда за тебя голосуют, тебе дают 2 очка дипломатических. Чтобы победить, тебе надо 10. Так вот, у тебя просто за всю игру не будет столько голосований, чтобы этих 10 очков набрать, вот и все. Древний мир заканчивается. Называется, что за тебя кто-то другой проголосует. Да, блин, да еще раз повторю, даже если все будут за тебя голосовать, у тебя не хватит ходов, чтобы эти 10 очков набрать. Они не отскалировали по скорости эти голосования. Ну, это пофиксит, я думаю. Я просто сейчас говорю, что на данный момент вы, по-моему, это нереально сделать. О, раннюю империю открыли, давайте Бусилов дальше строить. Блин, что с довольством делать? Ресурсы приносят довольство, как в пятых? Да. А где вообще вы довольство смотрите? В город заходишь, и там довольство, есть домик такой, палатка. Палатка. Кто построил Стоунхендж? Неизвестный игрок. Инф. Ну, в общем, инф в религию, Стригуль в эту, в еду, все по старинке. А ты куда? Да я знаю еще, не решил. Куда? Если был бы Англия, я бы знал куда. Все стоят, а ты лезешь куда? Знаете, наверное, Магнуса назначим в Стокгольм. Я не могу понять, куда мне этого рабочего сейчас. Вот тут чудо. Но я не хочу к нему корабли, подходить. Теперь не нужно город прямо у воды ставить, нам нужно эту порт построить. Да, достаточно гавань. Ну это, кстати, очень логично, я не понимаю, почему в пятом до этого не догадались. Потому что там не было районов. Могли бы сделать исключение для моря. Нихуя себе, мир вступил в античность. В эту эпоху у вас наступил темный век. О, да. Чё за хуйня? Теперь идем в героический, значит. Так.
А, нет, ничего не ставим. Идем в физическую философию. Лёш, кстати, технический вопрос. У тебя же покупали рекламу игры мобильные цивы, да? Да. Ты можешь сказать, какой посредник именно с тобой сработался нормально? Потому что мне несколько человек пишут, и я не могу выбрать, кто именно из них. Просто Лёш. Первый. Я не помню, кто. Ну, там девушка Татьяна была или молодой человек Иван? Ой, ну я... Давай после игры я посмотрю, я без понятия. Спасибо. Пиздец, меня пиздюливают, блядь. Да, Вёрт, ты на последнем месте. Да я не знаю, чё-то всё пошло не так, чуваки. Всё пошло... Четыре традиционных города Халецкого. Для пятой цивы, для пятой, а не для шестой. Я все равно виню во всех своих неудачах только Алексея Халецкого. Ну, собственно, как и я всегда в удачах виню Юру. Я думал, ты скажешь, что это Алексей Халецкого. Нет, нет, Юру. Не тебя, конечно, есть другие Юры. Я ебал, Юры. Откуда темный век, блядь? Я старался, нахуй, делал все, блядь, по... Все для народа делал, Юра, блядь. На самом деле... Плантации, виноградники, блядь. По последней мете игры в шестую цилу правильно выходить в темный век, чтобы пытаться в следующий выйти героически. То есть героически возможен только после темного. А в героическом веке ты получаешь не один бонус, как в золотом, а сразу три бонуса золотого века. Поэтому ты сейчас должен стараться выйти так в героический. Я так и знал, что я молодец. Я не понимаю, почему я доверился вообще тебе. О, тут уже города... А, так это города Финики здесь, за горами, смотрите. Очень дебильно Пангея сделалось. Ладно, пойдем сюда ставить. Давайте торговца сделаем. Как-то дорогу здесь надо организовать. Так, что нам открывать? Стрельбу из лука. У меня вроде три прачника есть, да? Тяжко. Очень много новой информации. Рабочий, сука, разбавить. Пошли. Алмазики обработаем. Блин, мне тут надо сама Венгрию. Так, я думаю, что надо провести операцию «Найди Венгрию». Он единственный, кто где-то прячется. А Вадима находил кто-то там? Я считаю, что Юра грустит. Давайте сделаем Юре весело. Я тебя, блядь, найду, нахуй. Спаси Юру от одиночества. Не, я не находил. Вадим? Да? Ты кого-то находил уже по игре? Нет. Вот Вадим еще никто не находил. Вадим это инф? Да. Ну, значит, у вас спасательная операция для двух игроков. Мы должны им помочь. А кто тут, блядь, увидел меня и убежал нахуй, а? Признавайтесь. Может, храм Артемиды бахнуть? Ну я вас, ёпта! У нас у меня много тут вообще. На что они работают? На пастбище, ай, плантации, да. Ну, плантации, в принципе, и олени тут есть. Вообще можно, давайте храм Артемиды мировой построим. Тут можно поиграть в чудеса. Я думаю, эти игроки меня не накажут за такие, за такое развитие. От этого чуда открыть. Так, и люди как распространять, потом этих строить опять. Да. Ну а как обычно, всегда же они так распространяются, религия? Не половым же путем.
Было бы прикольно, да, но... Нет, я просто спрашивал касаемо механик, может быть, что-то изменилось. На Священная война было бы прикольно смотреть. Но изменилось, например, то, что... Как так, собственно, есть Священные войны. Сейчас эти святые юниты, вот всякие, они между собой дерутся, как бы. То есть, если есть две религии, они могут такие... Битвы волшебников происходят. Нет, ты сказал, что не половым путем. Холодский сказал, что было бы прикольно, если половым, я вот на это прокомментировал. А, ну конечно, что ж. Не про священников же комментировать, точно. Извини, я что-то это. Люди бунтуют? Да, им что-то не нравится моя политика, я не понимаю. А ты редкие ресурсы обработал? Сколько Росгвардии осталось? Еба, бля. Как ты их все-таки... Кстати, Йорк, это вообще не шутки. Когда ты в позднем веке, допустим, допускаешь бунт у себя в городе, у тебя просто под городом появляется 3 отряда танков, ни с того ни с сего. Ну, знаешь, не изобретут танк. Да, который у тебя даже не открыты еще. Да. Танки не нападут на тебя, если у тебя нет танков. Смекалочка. Так, давайте купим строителя и будем сейчас тут вырубать. Я, видимо, иду сейчас через пустыню, я думаю, сейчас покричу. Моя империя очень большие трудности испытывает. Чисто от варваров? Антиохия. А, это город государства. Нет, вообще географически испытывает, как бы, блядь, проблемы. Я вообще в каких-то снегах появился, блин. Не, конечно, это исторически верно для Швеции, но все равно какие-то, у меня тоже какие-то дебильные места. Мне не нравится. Я тоже не в восторге. Давайте деньги откроем. Вообще, может, через культурку поиграть? Пойти в театралочки там. Как это ты узнал? Контора пишет. Шпион. Правда шпион, что ли? Да, нет, открой вон в верхнем правом углу. Видишь иконочки? Найди всемирный рейтинг. И там, да, видишь, научная вижу. Победа, культурная. Вот наводи на иконку человека, и видишь, у тебя 15,1 культуры вход. Науки у тебя 11,8. Я культурный. Воспитанный молодой человек. Да, да. Лишнего не скажу. Знаешь, там через час. Да. Надо бы янтарек обработать. И риф потом. Ну, как-то еды. Вот у меня в Стокгольме мало еды. Юра, так ты спрашивай, будем тебе подсказывать. Да я ебал, что-то везде какие-то схемы, стрелки, блять, надо, блять, туда-сюда, ебать. Вот это, по-моему, для второго куплета про Циву будет отлично просто. То есть как раз начинается вот этот кризис, как его. Ну, чтоб потом катарсис. Вот это вот про стрелки, а потом в конце игры, когда ты ощущаешь... удовлетворение от партии. Лёш, ты смейся, а когда у тебя будет война с кем-то, я тебе потом бомбу-то ядерную зашлю, запиздёшь твою, блядь, вот это вот, я... Ты ожидай, блядь. Мне кажется, когда у тебя будет ядерная бомба, я уже на другой планете буду чилить, сидеть. Ну вот, блядь, готовься чилить, блядь. Так, о, очень вовремя добавилось... Да, друзья, плохо все тут, плохо. На этой планете? Да, люди съебываются с земли. Ну, кстати, Ю, я бы записывал, что тебе Леша предлагает пригодиться.
Потом добавишь, просто, кстати, не забудь на букву Е прийти. Чего добавишь? Люк, еще раз. Кто-то там подстаканниками позвякивает. Это а я. Как очки влияния получать? Стать сюзереном города-государства, союз заключить. Ну там есть несколько. Ну основные вот это. Вот смотри, открой любой город-государство, который ты встретил. Так. И вот если ты откроешь его там, внизу почитаешь его способности, будет написано: каждый ход вы получаете плюс одно к мировому влиянию. Это если ты станешь его сюзереном. Стать сюзереном — это у тебя, чтобы было 3 и больше послов в этом городе, и, ну, и больше, чем у всех остальных игроков. Венгрия заявляет о том, что все какое-то петушеское в этой сиве. Публичное заявление. Глава Венгрии высказывается, что варвары петучатся. Короче, Баба-Яга против. Это не наш выбор. Никея полностью поддерживает. Ну, как эти, как старички, которые, знаете, это все новое их отпугивает, и они вот это начинают. Консерваторы. Всё. Да, 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 консерваторы. Ну ничего, ничего, мы ответим нашими передовыми войсками. Ты варварам сначала ответь. Мы ответим всем. Алексей, не переживайте. Вы получите ответ в первую очередь. Вот цена. Опять угрозы. Помогаешь ему, рассказываешь, где что. Я тут 4 традиционных города воздвигаю, поэтому... У вас нет шансов. Может, туда повезти, вон, к шотландцу поближе, что тут... Тут вот хреново, тут что, тем более Финикия будет стоять, тут какую-то зима. Через 4 традиционных города это наше все. Так, а как довольство повышать? Давайте всадника построю. Чисто, чтобы сбегать и найти Хованского. Понял. Мы им поставим, блядь, такой институт, да. Стёр, ты же в курсе, что здесь особого штрафа за лишние города нет? Да, на самом деле, чем больше городов, тем лучше. Как обычно, если остаться, всё засрёт, блядь, своими городами. Как делал он себе. Бесполезными. Просто такая механика, типа, чем больше городов ставишь, тем вроде как лучше. Так, если я... Ещё подальше надо быть. Я бы сюда поставил, на самом деле. Нет, подальше мне тоже объяснял. Есть один момент. Да, да. Не, их постепенно можно как бы и далеко строить, но нужно, чтобы между... Главное, чтобы, да, вокруг твои города на них влияли тоже. Блин, мне надо третью еще ГГшку где-то найти. Очень желаю. Я думаю, Хованский где-то тут вот тусит. Поэтому спасательная операция. Так, ну тут понятно. Все, конец карты. Меня беспокоит здесь. Чего? 16,6 культуры заход. И 16,6 науки заход. Просто посмотрите на свои показатели и... Вы поймете, почему я... Мои показатели пизже всех. Я... Ну, я думаю, что, скорее всего, Пингала какая-нибудь у него сидит, губернатор, и пару городов-государств хороших нашел на культуру. Бенгала, не Бенгала, бля, мы ее отхуярим. Все верно трактуется. Никакой магии, никакого скилла, просто это везение.
кто-то ходит до конца. Ты их змоем-то. Ну не знаю, у меня много юнитов. Губернатор. У кого-то много юнитов военных, небось. Ну ты можешь открыть всегда, посмотреть силу армии. Вот военная победа, уфики. 87, 84, 80, 50. Ну, кстати, у нас примерно одинаково. Финики и укри у меня. Ну, на равных идем. Вроде как. Сюда хочу поставить город. Блин, нихуя, город-государство спас батю, блядь. Спасибо вам, город-государство. Так. Возвращаемся. Юнитами. Тут, конечно, у меня будут постоянно какая-то варвары появляться. Не пангеевская, хочу вам сказать, ребята. Ну, либо я в кишке какой-то сижу. То есть в жопе. Пангея, которая уже немножко начала рассыпаться. Да. Так, а сколько там вообще? 22 хода. Давайте астрологию откроем. Ну, компуса. Вот здесь вроде неплохой будет. Кампус. Вообще вот с этим варваром. Надо вот это чудо открыть, очень еще посмотреть. Очень сложно. Надо было с кампом поиграть вообще. Я не могу даже 4 города традиционных поставить, очень все везде. Ой, как сложно. Можно ставить на одну крепость с поселенцами воинов тут? Можно. Ну, я так и сказал, просто говорили, что нельзя. Объединять тут можно, чтобы они одновременно ходили. Вот что ты имел в виду. Идиотика. Строителей давайте. Колесо откроем. Всадников чисто вот побегать, территорию поисследовать, Юру быстрее найти. Может, пограбить ему чего. Упсала хорошо растет, мне нравится. Вот тут торнадо. Как все, ёпта, это сложное. Держись, Юра. Мы верим в тебя. Ну, я верю. Кто-нибудь еще верит в Юру? Все верят, заебал. Это ты, Юра, думаешь, что все верят. А на самом деле, немногие верят лишь... Блин, как там этот Кличко говорил? Точнее, все верят. День, да. Опа, буря ушла в сторону, отлично. А здесь я оливки хочу обработать. Блин. Столько снега, трындец. Просто трындец. Так, тут чудо какое-то интересное, конечно, в тундре. Непонятно, где города ставить дальнейшие. Так, надо тут вырубить лес. Зря я с Магнусом поспешил, а лучше пингаус сначала посадил. Честно говоря. Ну что, центр коммерции ставим. Очень сложно. Занзибар. Это здорово.
Желтая ГГшка — это всегда хорошо. О! А вот и чудо. А вот и... А, просто чудо. Просто поворотится город снова. Да, тут вот хороший город станет где-то, тем более тут озеро есть. Какие мерзавцы. Ну, типа, я с ними воюю, один отряд убиваю, второй отряд убиваю, третий все-таки дает пройти поселенцам. Тут, кстати, да, они что-то очень много начали спамить. Да, вот там. Так, против варваров оставим. Требуется. Изоляционизм. Нельзя создавать. Жалко. Стони, по-моему, не такие агрессивные. Да не, чувак, тебе реально повезло зло, походу. Нет, я в том смысле, что они трутся вокруг моего города, но они не грабят мои клетки, допустим. А в пятой они сразу начинают, типа, мои клетки тебе разрушать. А так-то их, мне тоже много бегает. Все равно места какие-то, немножко отмороженные. Драмы по их хочу театралок побольше поставить. Пингала. Так, сколько там до героического века? О, я думаю, что я в героический выйду. Ух ты, пирамиды кто-то построил. Ну, это Юра построил стопудово. Юра, ты пирамиды? Да, попизди, блять, прямо нахуй. Из тундры, блядь, вырубил, блядь, камни, нахуй, пирамиды заебашил, блядь, свои ебаные, в пустыне рядом, блядь, с моим болотом. Ну... А рядом еще этот, блядь, как его, нахуй, Эрмитаж, блядь, поставил прям в этом болоте, блядь. Я не понимаю вот эту иронию в твоем голосе. Я именно так себе все и представлял. Да, вот так оно все произошло. Много ты науки и всякой хуйни на пустыне, блядь, вырубишь. Так дело в том, говорил, что пирамиды... Бархан, не ходи, бархан, на бархане цветы не растут. Дело в том, что пирамиды только в пустыне и строятся, в том-то и дело. Ну, мы, значит, не можем их построить. Была пустыня, но рядом с этой пустыней были нормальные клетки, чтобы, блядь, можно было пирамиды заебенить. А у меня просто пустыня. Из-за одного песка пирамиду, блядь, не построишь, Лёша. Или построишь. Ну, как куличики. Или построишь, хуй знает, да. По-любому Юра построишь. Нет, это либо Юра, либо Инф, потому что только их двоих я не встретил, а мне было написано, что построил неизвестный игрок. Кто-нибудь Инфа встретил? Что, инфа никто не встретил? Угу. Класс. То есть мы вчетвером все где-то рядышком тут вместе, а они там вдвоем отдельно от нас чилят. Я его тоже не встретил, если тебя утешит. Я безутешен. У меня какая-то пангея, не пангейная. Сейчас, я уже отправил экспедицию из двух коней. Они ищут чисто тебя. Сейчас мы увидим, Бленгар ты или цыган. Пропадут ли мои кони? Зря ты так, зря. У меня свои дела есть. Помимо разведки. У меня народ начнет бунтовать, если я гарнизоны не буду держать, блять, ёпта, в родах. Поэтому, если ты думаешь, что мне есть дело хоть до кого-то, кроме, блять, моих гарнизонов, ты сильно ошибаешься. Да, ладно. А ты это, как его, обрабатывай клетки с ресурсами счастья, и не будет тебя никто бунтовать. Какой ты умный, а вот... Да, да, спасибо. Варвары, них... Чтобы я обрабатывал, блять, клетки с ресурсами счастья. Они почему-то хотят их себе забирать, блять, ёпта. Они прям категорически против того, чтобы мои люди были счастливы, блять. Так поговори с ними, объясни ситуацию. Они не хотят говорить, они хотят грабить, блять. Ну, я их понимаю, да. Хорошие, вполне, мне тоже желание найти тебя и грабить. С каждым патчем делают все жестче и жестче, блять, типа, особенно в начале. Они, объясняю. Тут такая система. Вначале варвары, они вообще не жесткие. У них от лагеря варвара уходит скаут. Если он тебя находит, то у него над скаутом возникает восклицательный знак. И он возвращается к своему лагерю. Если он вернулся к своему лагерю, то спанится куча варваров,
жестких, и они к тебе приходят. То есть тебе, грубо говоря, пора надо сказать, убить того скаута, который тебя нашел. Тогда никто не придет. Раньше, я думаю, много кому бы помогло, ёпта. Слушайте, а смотрите, а если я в двух разных городах обрабатывал один и тот же редкий ресурс, он для каждого города свое счастье будет? Редкий ресурс работает на 4 города. Нихуя себе, 4 города могут один редкий ресурс обрабатывать? Ну, не обрабатывать, смотри, редкий ресурс дает одно счастье. Он дает одно счастье 4 городам. Если у тебя 5 город и только один ресурс обработан, то у него уже не будет счастья. Это логично. Понял. То есть, что же здесь есть страта через 4 традиционных города Халецкого? Ну, да. Понимаешь, не, ну тут это настолько мизерно, то есть все равно лучше ставить больше городов, пускай они в несчастье стоят, но лучше больше ставить городов, чем сидеть эти ресурсы высчитывать. Что такое красный восклицательный знак? Значит, что не стоит строить это улучшение на этом месте или... Типа что-то сломается? На том месте восклицательный знак? Красные кружочки. Не знаю. Понятно. Бонусные ресурсы, они дублируются, да? Если, например, два краба обрабатывать, они плюс два дадут или плюс один? Нет, бонусные ресурсы ничего не дают. Бонусные ресурсы — это просто вот эта клетка более крутая, чем все остальные. Просто... А редкие дублируются? А редкие не дублируются, поэтому тебе второй ресурс надо продавать кому-нибудь. Андрей, заинтересован? Какао. Андрей, я, ты, какао. Давайте, может, сюда поставим. Лёв, всё разграбили, петушня ёбаная. А жулы у тебя остались, кстати, или твинюшки там? Твинюшки что-то? Да, есть, есть. Жаль, Кузьма не. Ого, взял, обидел Кузьму. Не можно. Тут, кстати, ещё интересная тема с ресурсами, вот этими редкими. Тут есть разделение на континенты. То есть не просто так тут. Вот если вы откроете линзу континента, вы увидите, что, например, шотландец на континенте Кимерия, я на континенте Пангея Ультима. Тут есть некоторые бонусы за то, что вы на другом континенте ставите город. И у Англии, например, вообще есть конкретно бонус их цивилизации. Но я про ресурсы хотел сказать, что на каждом континенте свои ресурсы. То есть на Кимерии будут, вот я вижу на Кимерии, например, этот, драгоценные камни. То есть драгоценные камни на других континентах, их уже не будет стопудово. Блять, чуваки, я никого из вас не встретил, у меня я никого не... Я не знаю, как мне жить здесь. Только варвары. Юра, я бегу, я бегу. Ты не бежишь, я не знаю, где... А можете мне рассказать, по какой механике развлекательный комплекс работает? Вот я строю вот этот квартал, и в нем уже для развлечения строю какие-то постройки или как? Да, да. Сам по себе он ничего, да, не дает? Не дает. Нет, сам по себе он ничего не дает, но ты можешь в нем проводить... Когда ты построил район без ничего, ты сможешь уже проводить проекты, которые дадут тебе что-то. Ну, ты увидишь там этот проект. Ну так тут все районы, в принципе, типа сами по себе ничего не дают. Научный район строишь, там библиотека. О, блядь. Теперь просто нужно район сделать, чтобы там здание заеб... Юр, ты резко погасаешь, как будто залагал. Я просто не хочу, чтобы я... Бля. Шотландец поставил город. Ну ладно, сейчас уйдет этот фес, как раз я тут поставлю город нормально. Да? Что за хрень? Так, давайте мы с шотландцем дружбу. Шотландец, предложение дружбы. Блин, реально нету тут Юры.
Ого. Так, вернемся. Ну, мне, конечно, вот сюда надо заселяться. Вот это моя территория. Я тут, конечно, подселю шотландца просто, чтобы он... Чтобы не так просто ему все было. Шведы в итоге в свое время до Шотландии-то доплывали или только на Англии терроризировали? Доплывали, конечно. Поплыть, что ли? Нет, я в смысле захватывали или нет? Так они все британские острова терроризировали. Да и вообще, как бы, по-хорошему, вот эти саксы, это ж, считай, грубо говоря, в некотором смысле викинги. Там эти все, это англы, саксы, викинги, там все объединено, а потом еще и норманы приплыли, вот всё это все перемешалось. Все против русского человека. Все эти англы, саксы, все против России, блять, нахуй, у них сделано. А тут русские кто? Только ты, Юра? Или остальные тоже русские? Ну, Андрей точно украинец? Ну, мы все русские. Вообще, у меня такая ситуация, что... Я тоже, да. Такая ситуация, что я тоже русский? Да. Ну, бывает, ну, ладно. У меня это, у меня два гражданства. Ну, как два гражданства? У меня паспорт белорусский-то остался, но он, типа, в серии не такой, не белорусский, а выездной. А российское у меня уже гражданство есть. Или, может быть, ты хотел сказать не в серии, а в Сирии? А? Нет. Люблю выкупать клетки у людей под носом. Откуда он уже прибыл? Я же говорю, вот тут будут постоянно варвары появляться. Совсем не к тому плану, который я закладу. А ты как ну, закладывал? Я закладывал под подоконник. Не очень надежно. Каламбуры за соточку пошли, Юра. Под подоконником сильнее изоленту наводите. Ну зато я вроде теперь народ не бунтует. Я поставил гарнизоны везде, блядь. Все заебись стало. То есть народ на полном серьезе был несчастен, пока не появились гарнизоны, да. Все очень странный народ. Венгры! Хули с них взять? Гуляш? Вы знали, что гуляш — это венгерское блюдо? Нет. Каждый день узнаем, что никто не любит гуляш. Ну, конечно. Давайте проголосуем. Кто любит гуляш? Ставьте плюсик в чатик. Никто. О-о-о. Какая-то хрючево, блядь, ёбаная, нахуй. Кто его любит, блядь? Где мой строитель, который... А, во. Так, значит, я могу тут строителя уже не строить. Буря утихает. Ебать, где-то рядом ураган был. Надеюсь, никто не умер. У кого был рядом ураган? Ну, только у тебя. Мы не можем видеть... Да ты видишь ураган, а мы не видим. А, кстати, вы заметили, что тут реки и горы называются вот по той нации, которую первая нашла? Обратите внимание. Жалко, переименовывать нельзя. Да, это да, жалко. Я бы там... Максим все-таки на нашем континенте, ребят. Я его вижу. Ну, его город вижу. Он не так далеко от нас. Да. Это эти горы. Или... Нет, монумент. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я не понимаю, чуваки, но поверьте мне, я... Все плюс-минус где-то рядом друг с другом. Я отделен городом-государством, которым, походу, придется захватывать для того, чтобы вы проникли ко мне, блядь. Типа, я с ним дружу. Вряд ли они вас пропустят.
ко мне Блин. Подплыть в море, короче, я неплохо обосновался. Готов благовониями торговать. Кому нужны благовония? Могу на какао обменять. Да, кстати, чтобы вам удобнее было, вот смотрите, в верхнем правом углу самая правая кнопочка «Список отчетов». И там открываете весь мир ресурсы. И вы сможете увидеть, у кого какие ресурсы есть и сколько их. А зачем им видеть, у кого какие ресурсы? Ну, что чтобы торговать. Кинул предложение шотландец. Юрий просто завидует, что мы друг дружку видим, и мы можем торговать шоколадками друг с дружкой, блядь, а Юра... Вот я мне похуй, знаете, я буду жить на своем острове, блядь, я потом, блядь, вам просто бомбу скину на того, кто больше всех выебывает. Венгардзлюка, завидует всем. Я, блядь, просто настрою подлодок с бомбами, а потом хоть потом после дня нахуй. Юра, как Шрек на своем болоте. Да, устрою глобальный... Это не болото, это болото, тундра и пустыня. У меня уникальный слаб, это невозможно. Сидит там, сидит в болоте с гуляшем, сидит, жрет гуляш свой, злой от этого. Тут вообще нет других клеток, тут, блядь, только пустыня, тундра и болото, блядь, это... Отличный старт, я бы очень хотел там жить. Зато у меня, я думаю, все экологично, охуенно. То есть у меня не будет, блядь, какой-то, знаешь, залог. А где вот этот варвар бегал? Все, наверное, убил. О. Типа, глобальное потепление или это? Мы и так живем в тундре, блядь, ёпта. Какое нам глобальное потепление? Так. Ну, туда, конечно, тяжело с варварами. Они у вас такие же жесткие черти, или они прям очень жесткие черти? Построй армию, боже. Да, блять, понятно, но они, ебать, они на их скачут, грабят улучшения. Такой ты умный, блять, строй армию, нахуй. Ебать, эти черти, у них понятий нет, нахуй. Вот, у меня Юра даже в Дискорде прорывается от возмущения. Знаешь, такое ощущение, что Дискорд сам запикивает те места, которые надо. А хули они, бля, не по понятиям-то? Я просто думаю, куда мне вести город? Юнит атакован, блядь, пизда. Тут просто тундра. О, сколько денег заходит? Вы думаете, легко жить на ёбаном острове? Так вот, тут, блядь, черти живут. А, я поеду сюда вообще, знаете что? Ну, смирить, у них деревни, блядь. Так, надо с этим чертом разобраться здесь. Так, пока 47 секунд. Пойду, наверное, возьму себе бутылочку вина в честь такой случай. У нас все-таки геополитические, блядь, игры. Так, где нам центр коммерции бахнуть? Или посел еще? Да. Давайте. Не, в шестерке на самом деле куча денег постоянно. Не знаю, у меня никогда нету проблем. Вообще надо янтарь еще обработать как-то. Ну, у меня рабочих будет куча в героическом веке. Я буду за веру. Вера у меня капает, я взял же на престиж. Веры у меня дофига здесь. Надо попробовать в культурку ломануться. Кто-то меня обстреливает. Ага. Ясненько. Вулкан становится активным около пьесы. Варвар пытается. Так, давайте апнем в лучника. Пойдем с этим лагерем разбираться. Да это вот вообще всех... Нет, ладно, пока не буду всех апать. У меня есть предположение, что я знаю, где находится Юра, и его сейчас, походу, найду, потому что я нашел пустыню и тундру, а это по описанию подходит. Ну, вообще-то я тоже нашел пустыню и тундру. Если ты где-то от тебя левее и ниже, то я там уже все посмотрел. Нет, наоборот.
выше и правее, прям противоположно. А-а-а. В принципе, так, вообще Магнуса сходится. Надо пересадить. Давайте так в Гетеборг пересадим Магнуса. Скоро Юра перестанет. Ребята, 42 науки за заход. Да это хуйня, все это не имеет значения. Не надо искать того, кто не хочет быть найденным. Ты можешь заработать себе врага. Отстаньте от меня, дайте Чёны. Мне. Я хочу жить в пустыне. У шотландца два кампуса, у него явно в Женеве сидят. Да, в Женеве и в Фесе. Не мешай сидят, мне. Поэтому тут науку фармит. Социальный эксперимент. Это пранк, бро, это пранк. Ну, я начинаю находить преимущество в своем положении, типа, я огорожен городом государством. Моя территория никому не поможет. Первый многолюдный город в мире. Упсала, о, Упсала как вырос. Я могу коварные планы свои какие-то строить, и вы не должны обращать на меня внимание. Понимаете, о чем? Хорошо, не будем. О, какой звук приятный. Что пьешь? Добрый день, как в анекдоте. Астраль. Вино говёное, но там на ветке звезды такие красивые созвездия. Ну что это вообще? Ну, красное, сухое, что? Вот это я имею в виду. Белое сухое. Больше а. Нет вина, кроме белого сухого, брат. Понятно. Нет вина, кроме красного сухого. Да ты чё, от красного у людей нормально только башка болит. Как скажешь. Понятно. От белого сухого зубы болят, эмаль трескается. И вообще, все... Полезные нет, это штуки. Уже, это уже выдумываешь. Вместо конструктива пошло. Все полезное именно в красном вине. Там ресвератрол вот этот всякий. Для сердца, да. На сердце все в порядке у меня. Mm. А от белого не жиреет. И давайте голова не болит. Центр коммерции. Не... Слишком расширяются, чтобы потом слишком сузиться. Так, нормально я вообще поставил? Сейчас я вот я задумался о том, нормально ли я поставил артиллерию. 4. Снизу, в нижнем левом углу. Ну да. Мини-карты. Кайф, да? Как ну, мозаика какая-то. Ну ты можешь и просто 2D режим включить. Вот есть стратегический режим, тоже можешь проверить. Вот над мини-картой вторая... Нет, 2D режим хоть что-то понятно. Блин, короче, все плохо, чуваки, все очень плохо. Блять. Все Юра, держись, Юра. Да, я не понимаю, ничего, бля. Я вот, если бы ты сразу сказал, что нужно убивать скаутов с восклицательным знаком, такого раньше просто не было, блядь. Ну, откуда же я знал, что они попрут всей своей чертильной стаей, блядь? С двух мест еще, ёпта. Я думал, мало ли, восклицательный знак типа О. Недостаточно довольствия, Стёп, так. Используем первого посла и откроем военную традицию. А что значит, что тут эта античность кончится через 7 ходов? Это что значит? Ну, переходим в новое время, блядь. Ну, то, что античность кончится. Нас насильно переводят, что ли? Короче, новая эра наступает либо когда половина карты вышла в нее, ну то есть вот сейчас следующее будет средневековье, либо когда вот трое игроков вышло в средневековье, сразу начинается отсчет, либо просто через 30 ходов насильно все переходят. Mm-hmm. Понятно. Щито поделать. Ой. Блин, как ты этот варвар так борзо. Ах, аналогия это просто визуальное что-то, она ничего да, не дает. Да, прикольная хуйня новая. Давайте из Карлстата отправим. У тебя она пустая? Да. Вам перс, дождите бомбу, блядь.
Из снега и песка. Комбинированный снежок такой. Вы будете разграблены. Все-таки что гуляш с людьми делает? Насколько он их озлобляет? Суровая пища. Когда я доберусь до тебя, ты будешь гуляшом. Что, он разграбил меня, нет? Нет, по-моему. Ты там вал... нет. Это уже новый. Вернусь тогда. Неужели это тут варвар-то отсюда он приперся аж? Блять, и гарнизон не вывести к варварам, народ бунтовать начнет. Не, боюсь. Убьют мне коня. Блин, а чё он так... Ладно, тогда... Может, в Упсулу лучше? Давайте в Упсулу тогда отправлю. А лес и тропический лес — это разные вещи. Да. Вырубка обычного леса. Серьёзно, блядь? Ну, например, в лесу, блядь, на тебя не нападет пума, блядь, какая-нибудь, или ягуар. Нет, блядь. Я думаю, может, игра понимает все по-своему. Она же вот довольно схематична. Там деревья влажные, ни, нихуя не, блядь, из них не сделаешь, блядь. Нет, конечно, это разная залупа. А горы в моих штанах и горы — это разные вещи. Тебе ли выебываться? У тебя что? Да, я здесь, у меня, я на себе экстремальный климат, но зато знаете что, тут ничего не затопит, блять, я так понимаю, блять. Так, поменять обратно. Я не боюсь глобального утепления, у меня нахуй пустыня, во что оно превратится? В супер пустыню, блять. Слушайте, а там что? Ну да. Давайте я выйду. Знаешь, люди будут выгорать просто на столбе. Давайте, может, я пока уже темную поставлю карточку, плюс 2 влияния. Так сделаю. Я просто построю везде угольные шахты, чтобы все погибли, блять, весь мир, и получил скрытую ачивку победы, типа экологической катастрофы. Отлично. Хорошо, что мы с Юрой играем. Мне вот нравится его настрой. А то вот это скукота обычно, когда все хотят природу сохранить. Типа, как его... Боже, экология вот эта вот вся гомосятина. Ну нафиг. Уничтожим планету. Желательно уже в средневековье. Правильно. Где-нибудь. Давайте весь улечу. Лес вырубим. А я улечу нахуй. На двигателе внутреннего сгорания, видимо, когда тебя найдут и захватят. Да, да. О, нихуя, у меня открылась карта. Ебать, я в такой же... А-ха-ха, это что за Пангея, блядь? Ох, ебёна мать. Короче, всё, блядь, вы меня не добили. Я... Ох. Блядь. Как отсюда... Ой, я строительство открыл. Ну давайте учить средневековье. Чё-то я не хочу средневековье. До следующей эпохи 6 ходов осталось. 6-5. Блин. Давайте математику. Вот, что у нас тут по науке? 37,4, 43. Так, наука нормально уже. Да и культуру я уже шотландца догоняю. А, давайте математику, блять, тут исторические хроники. Светлых, короче, того, как я вас, блядь, с бомбами закидаю. Юра, ты же помнишь, что у бомб есть радиус действия? Они... мы их в тележках привезем. Ну я еще тут город поставлю, тут и тут, и, наверное... Закончим, ну, на этом чё? Расселении. Сейчас посмотрим, блять, у кого все пойдет. Я, блять, сейчас институты выровняю, блять. Чем? А у меня что-то как-то. Не, я верю, что у Юры все получится. Я как бы, в общем-то, за него и топлю. Пощады не жди. О!
я придумал, как вас, пидорасы, вывести на чистую воду. Все, сейчас я вас сам всех найду, блядь. Вы у меня... А вы меня не сможете найти, блядь, потому что... А имеет смысл вообще вначале великих людей нанимать, они ж потом дороже становятся или нет? Я не понял. Ну, тебе нужен этот великий человек, нанимай. Если нужны, то надо, если не нужны, то не надо, блядь. Все от тебя зависит. О, инф! И где тебя встретил? Я думаю, на карте. Ну да. Я имею в виду, что его город, после города... О, инф у нас за Норвегию играет, вау. У нас две морские нации, Финикия и Норвегия. Ну мы же не знали, чтобы на Пангее будут, планировали на земле играть. Давайте, попросил, наверное... же, Лёш, найти карту. Ты же вроде разбираешься в Циве. Да я не сильно. Я в Циве, а не в нахождении карты. Вообще без понятия, где их искать, что это вообще. Ну это прикольно, бля, все на исторических спавнах, блядь. Вот в такую поебень было бы весело покатать. Может быть, может быть. Так, может... Нет, пока... Прям настоящая геополитика, блядь, ёпта. Давайте строителей. Мы, наверное, нашли друг друга через город-государство-союзник. Ну да, через Кумаси. А какой у тебя город-государство? Нет, я Кумаси не встретил. Нету. Этот. А, Занзибар. Понял. Бля, меня города, государства мои могут оборонять от всех вас. Они такие мощные, блядь. Античные. Они вам не дадут беспредел творить в отношении меня. И они такие продвинутые, они так меня любят. Я религию потрачу на строительство. На поселенцев. Вы, кстати, вот заметили, тут, что двух. Мы не вылетаем уже 15. Да мы вообще еще ни разу не вылетали в этой партии. Я и говорю. Мощь, а, у меня изоляционизм стоит. Так, давайте один ход потерпим. А, здесь что мы будем строить? Ну, тут надо эти фермы. Так, пойдем. Блин, хочется, конечно, лагерь убить, но тут слишком много этих варваров. Они мне, в принципе, пускай они тут плодятся и размножаются. Мне не жалко. Так, кампус. Очки великих вот людей кампус. Теперь общие или типа на каждого свои? На каждого свои. Где тут центр коммерции делать? Было бы странно воевать и получить великого ученого. Ну, почему странно? Давайте тут. Во время войны много научных исследований. Смешно. А как посмотреть еще раз, у кого какие ресурсы редкие? Правая верхняя кнопка. Список отчетов, который называется. И там весь мир ресурсы. Вижу, спасибо. Этих химиков, физиков, ядерщиков. Что-то железо никто не обрабатывает вообще. Я могу. Я мог бы мечниками сейчас прийти и шотландцы снести, но. Сидим, развиваемся, не выделываемся. Стромболи, извержение супервулкана около Феса. Смотрите, Фесу снесло стены и половину города. Вообще погибло, сколько это людей погибло. А, нет, это не... Блядь. Ну, ты меня не пугай, блядь, а то... Практически Помпеи. Нехуй строить было, где не надо. Это город-государство. Ну и срывать на них. Захвати, ебать. Давайте строителей пока поставлю. Так, ставим город.
захватить государство, когда у него все плохо. Бля, а что делать, если я строил чудо света, блять, оно появилось, заняло клетку, а теперь я на ней ничего не могу строить, блять. Ну да. Это так и работает. В смысле? Ну, в смысле, это как кампус, да? Клетка же напорота? Не, подожди, так а чудо построилось? Нет, кто-то другой построил. А. Ну тогда ты можешь там строить, почему? Чего-то не могу. Так может там просто не выполняются условия для той стройки, которую ты хочешь построить? Может там на той клетке в принципе... То есть она не подходящая клетка для этого. Почитай, что там пишут. Пишут, что я пидор, блядь, ёпта. Нет, а в игре, в цивилопедии что? То, что там тебе друзья пишут в чатике. То же самое. Да, большая статья. Вообще нормально, что... Цивилопедия, она же так и называется. Педия, ты об этом не думал, бля? У меня, блин, табак растет в тундре. Это вообще нормально? Табак в тундре. Дед махорка. Я сейчас буду добывать ртуть для ртутных людей. Посмотрим, как у тебя получится. Блин, я отдаляю, и у меня такая маленькая карта. Сколько вообще там у людей все, городов? У Кри — 3. У Норвегии — 3. Ладно, у Финикии — 3. У Шотландца — 3. Я один тут расселяюсь. Шо дурной. Через один ход заканчивается античность. Напоминаем, молодые люди, античность закончится через один ход. Следующий ход античности уже не будет. Разбирайтесь со своей античностью, пожалуйста. Спасибо. Воу-воу, финики, а что это тут за высадки десанта начались, а? А? Финики, да сейчас смешная нация. Пошли к Гетеборгу. Бля, походу у меня реально остров. Вырубать. Пангея, блять, не сгенерировался. Я не понимаю, как с него выбраться. А кто там грозился, что Юру найдет? Я только грозился. И чё? Пока приоритет иначе расставил. Так. Я думал, тебе Юра. Да, важнее. Что там? Что важнее Юры там может быть у тебя? Что ты там делаешь такое? Героический век. О, и шотландец вышел. Никаких, ёб твариков, нет до вас добраться. Да ладно тебе. Пустыня какая-то. Да ну и похуй, наверное, да. Так, значит, я могу за веру покупать все теперь. Давайте в Хельсинборге купим торговца. В Упселе. Так, здесь что мы будем обрабатывать? Тут, конечно, надо... Опять у меня темный век. Пошли в машиностроение. Сделаем 3 лучника. Я просто хочу... Хочу лесопилки открыть. Дальше ученичество. Здесь пойдем... Что обрабатывать пойдем? Может тут шахты сделать? Предлагаю. Ну вообще есть что обрабатывать. Все плохое. Согласен. Нет плохому, нет унынию. И гуляш еще давайте запретим. Пошел ты, блядь. Гуляш принадлежит народу. Но он же невкусный, он же там, как ты сказал, какое-то мерзкое варево или что?
Хрючева, блядь. А, Хрючева, вот, Хрючева. Не знаю. Я, конечно... Гуляш от народа. Там, давайте монумент. Гуляш не ел, но в этот раз точно скажу. Тут купим поселенцев. Ну, пока так оставляем. Не, ну это, конечно, может перебросить в Карлстад на всякий случай против шотландца, если что. О, феодализм ускорил. О, правительственная площадь, конечно, нужна, но я бы вот сюда ее, в эту сторону куда-то ставил. А как увеличить лояльность своему? Поставить, отправить туда губернатора. Добро пожаловать на Всемирный конгресс. Так, ребята, там голосование всего минута, так что быстрее делайте. Предлагаю повысить производство. Не понимаю. Ой, я, короче... Чего не понимаешь? Мирового влияния. Ну, короче, я за что-то против вас. А, вы же меня не видите, блядь! У меня все резолюции только по этой, вы все знаки вопроса. Короче, у вас свой конгресс, а у меня свой. Не, у нас одинаковые резолюции. Да? Да. Тоже, конечно, странно. Типа, не встретили чувака, а в конгрессе он участвует. Ого, при производстве принятый результат, принятый цель кампус. Ну, 100% типичным бонусом от города государства при отправке в научные города государства. 100% в кампусе. Надо кампусы строить, походу. Так. Ну... Понятно. Ну, это, блядь, опять Россию, блядь, это... Объебенили, блядь, ёпта, хуйню какую-то приняли. Ясно, всё с вами, блядь. А сюда пойду. Везде один нахуй обман. Вот сейчас пойду искать Юру, я точно знаю, где он. Он на северо-востоке, в самом углу. Да, хоть где еще. О, Занзибар хочет, ну давайте. А кроме как губернаторами никак лояльность не повысит, да? Губернаторы, карточка есть на лояльность. Юнит поставить. Военный или любой? Военный, конечно. Какой? Причем, ну, желательно современный. То есть, если ты открыл лучников, а у тебя прачники, то прачники, по-моему, не будут работать. Блин, нахер я арбалетчиков открывал? Ты уже угрожаешь нам таким образом? Типа, у меня арбалетчики, да? Мы твоих арбалетчиков не боимся. Понял, блядь? Меня гамас. Кстати, а кто-нибудь в союзы вышел? Ты вышел в союзы, шотландец? А где посмотреть? Госслужба в цивиках. А ты чё уже, блядь, союзы хочешь плести? Да, я хочу союз с шотландцем. Вот ты охуел. А это наука или социальный институт? Социальный институт. А, вот через два хода открою. Ну вот, будем союз. Я следующим ходом открываю. Ребят, вы слышали? Так, значит, я хочу вот здесь правительственную площадь. Союзу Антанте против, получается. Петучей, блядь. А, нет, надо, блин. Ну, знаете, не, я как США, знаете, я из-за океана всегда с вами. Я приду, когда будет уже конец войны. Блин. Мое сердце, оно... Я думаю, ну вообще надо купить... Там, я думаю, что здесь надо купить просто посел и повести его. Поставить где-то вот тут. Так надо будет понятно, где ставить...
200. Блин, я так вас никогда не найду. Торговец, дополнительный торговый путь, отлично. Это я люблю. И не надо. Так, вырубаем. Блин, я бы лучше эти вырубал, конечно. Тропические леса. Ладно, оставлю пока этот лес. Финикийская территория. Норвежец тут. В принципе, недалеко, да? Давайте феодализм откроем. Что? Да, ну бля. Ну что, типа, у нас вообще нет в этой игре. Да не, у меня просто засуха разразилась, чувак. У меня была пустыня, и я думал, что засуха меня не поразит, но... Даже в пустыне может быть засуха, оказывается. Я тут хочу священное место поставить. Генерально, еще кого играть не хотят, хостят на пятерых ему одного. И он в конфе сидит. Тут и строитель нет, давайте. Так вот почему я вас не нашел, да? В этот момент Юра пробивается через города государства. Бывает на следующий приезд, когда улетает игра. Это ошибка. Давайте строителя я... Нет, давайте торговца. Блять, засуха, это плохо, чуваки. Пустыня стала еще более пустынной. Кто устроил засуху, признавайтесь, блядь. Это ты устроил, вырубая леса. То есть засухи сами себе игроки устраивают. Лен, ну какой-то... А нахуй эти леса были нужны, я еб... Ну... Ну пиздец, будем жить нахуй посреди пустыни, значит. Мне похуй. Вырубил леса, блять. А как ты еще строить не вырубил, блять? Пизду эти леса. Эти леса, блять. Может, какое-нибудь чудо, большой бассейн, например, поставить на этой реке. Кстати, интересное чудо. А Мачу Пикчу что дает? Плюс 4 золота. Центр коммерции, это промышленная зона во всех городах. Стандартный бонус за сетками гор, но... У меня не так много гор, на самом деле, здесь. Давайте большой бассейн построим. А дороги автоматически прокладываются или нет? Да, кровавые. Не, не торговые пути, а дороги, чтобы быстрее... Они превращаются в дороги, по которым ты быстрее ходишь. Угу. Когда создаешь поселенцев, в городе уменьшается население? Да. Так всегда было. Разве? Да ладно. Не, в пятой не уменьшалось, в пятой просто не росло. Норвежец, предложение. А чё ты? Читай, читай вслух, давай. Чё за предложение? Чё ты это, блядь? Чё ты? Читай! Норвежец, предложение! Неинтересно. Кстати, пирамиды норвежец построил, зря мы на Юру гнали. Это потому, что я предложение этого отклонил, да? Да. Можете еще пару районов тут разграбить, вот я смотрю, кампус стоит. Мне кажется, он тебе не нужен. Угу. РГ. Mm.
21 наука. Шотландцы 69. Что ты там хотел предложить, когда уже госслужба открыта? Открытая госслужба, давай культурный союз я тебе кидаю. А что такое культурный союз? Ну, мы можем караванчики отпускать, которые нам будут давать бонусы определенные. Ну, культуру будут давать. Вы помните ту самую гадку, когда Гис с Лешей сговорились по новой? Разве было такое хоть раз? Да, когда мы тебя спонсировали, а ты начал с Лешей играть. Там, по-моему, скорее я стал сюзереном и с одним городом сидел. И потом все равно попытался в спину ударить. А что, прям я союзничал, такого не было, не наговаривай. Пиздишь. Глобальное потепление рассудят. А можно меня нет? Ничего. Содержание все скажут, нет. Тогда можно нет. Минус 7. А кто ебать-то будет? Новые строители 2 действия. Вот эту можно взять, да? Сейчас мы нарулим. Сейчас мы, блядь, так много просто экранов теперь. Бля, мне бы только понять, где тут экран выебать всех. Кнопка. Да, я бы просто... Так, надо к шотландцу отправить... Слушайте, давайте гавань все-таки открою без ускорения. Я просто не так много. Вообще надо правительственную площадь строить. Давайте еще раз я поставлю город таки здесь. Я думаю, для начала хватит городов. Для начала. Стокгольм, Карлстад, Хельсинборг бегает. Ну, давайте из Линчопинга отправим. Что там по ресурсам? Народ вообще что-нибудь обрабатывает? Все ресурсы только у меня, я смотрю. Да. Жилья не хватает. Амбар. А чё за большой бассейн Чудо Света? Ну, типа как стадион Динамо, помнишь, был на месте Христа Спасителя? Понятно. А кто в большом бассейне купается? Инф, я тебе трейд предложил. Угу. Чем это вы там обмениваете? Вообще надо кампуса строить, чё я... Нельзя у меня две научных ГГшки рядом. Они образовали петушиный альянс. Я основной экспортер какао на этом материке. А на этом мы и поищали пока. Какао республика, блядь. Не, ну здесь кампус. Не, хочу театралку. Почему-то, мне почему-то тут тянет театралку построить. Еще, по-моему, ноги в вашем тяне. Понять бы только, как до вас добраться, это какая-то Пангея, нихуя не Пангея. Да Пангея, я знаю, где ты. Сейчас да, я тебя а найду. Почему ты у меня не высветил? Ну я как Колумб, я предположительно знаю, где ты. Да, Колумб вообще-то проебался, брат. Отличный, блядь, пример, Колумб, нахуй. Прям туда
Ты скорее к собакоголовым людям, блядь, приплывай. Две научные ГГшки рядом, я строю театралки. Всегда любил кампуса строить, тут я театралками занимаюсь. Нормально. Нормально. Вообще надо к шотландцу отправлять, конечно. Надо отправлять к шотландцу и прокладывать этим конем, бегать у него все смотреть. И пора, наверное, Магнуса пересаживать. Только куда? Уже нечего вырубать, на самом деле. Ну, наверное, в лунд. Блять. Вот какое-то дерево есть. Ой, я, кажется, нашел какой-то материк, блядь. Вон пизда с ней. Батя выехал. Как-то, Юра, без запала ты там себе бурчишь под нос. Вот, да, блядь, вот не пугаешь, чувак, не пугаешь. Чувак, я ебал тут тундры, блядь, одна. Ах ты, я пиздец, я живу в лесах, у меня все... Ни одного ускорения нет, потому что ничего этого построить нельзя. Какие-то фермы, хуермы, другие цивилизации. А где ты? Где цивилизация? Где тут никого нет, нахуй, одна тундра. Ну вот, кстати, знаете, сейчас есть сетевой режим для героев третьих. И там по правилам, если очень хуёвый спот, то ты можешь официально запросить РМК, типа, и, ну... Не, ну это не мы создавали час, чувак, ещё РМК, блядь. Не, по-моему, цива о том, что надо страдать на любом споте. Это, по-моему, в этом и прикол всегда был, нет? Я согласен, но ныть-то никто не запрещает. Это да. Правда, не, ныть... Я вообще за то, чтобы ныть. Это вообще должно быть обязательство. В циве ты должен ныть. Даже если у тебя хороший спот, ты должен ныть, как все херово. Блефовать. Ну, я не блефую. Если вы думаете, что я тут живу посреди... Блин, что мне строить? ...редких ресурсов... Это не блеф. Типа, вы такие. Он, наверное, скрывает от нас настоящий Эльдорадо. Давайте я куплю в Упсале строителя. Бело-оранжевого. И тут, вот тут сделаю. В одном месте. Уникальный спот, блядь. Так, и переводим Магнуса в лунг. Я даже не могу построить 4 традиционных города Халецка. Так, а что там в счете? Цель не принесут счастья. Мне бы терраформирование не подключало, блядь. Не та игра. Ну что, галерки построить? Вот я бы пустил реки. Знаете, ну я не хочу без карточки. Вместо этих пустынь я бы проложил пойму. Давайте подождем. Даже непонятно чего подождем. Так, гильдии открылись. На что меняем? Соседство промышленной зоны, соседство центра коммерции. Ну вот это можно поставить, потому что я науку получаю. Блять, нет. Это просто был островок. Я думал, давайте это вот на... так. 52 науки. Что там с шотландцем? Ну, шотландец впереди, потому что он засоюзил ГГшечки. Тут и тут. Вот две ГГшки. А я даже кампуса не построил. Это технологию за технологию. Я, скорее всего, вас обгоню. Ждем. Ждите, ждите. Так, надо 8 боевых юнитов. У меня, по-моему, их 7. Надо построить какую-нибудь... лошадь и бегать по шотландцам. Так, а тут Лян надо взять. Смотрите, я не... А, всемирный рейд. Куда мы ее посадим? Да. Ты, Юра, нигде Гетеборг. Не лидируешь. Не, я по военной победе на втором месте. Сколько стоит лошадка? 160. Ну, это что называется? Блин, надо строить просто. Давайте вот тут лошадку как раз построим. Выберусь из этой вонючей залупы. Вы бойтесь встречи, у меня это... Я вас расстреляю нахуй с берегов своей тундры, блядь. Скорее.
плыви, плыви, ты обещал меня найти. Я уже почти нашел. Ты почти нашел пизды. Я сам, знаешь что, я сам ищу, блядь, вас. То есть, если я тебя найду, ты будешь говорить своим людям, что это ты меня нашел. Да. Я... Три рэму уже полморя обшарил. Странно, конечно, развиваешь, но это чисто потому, что такая партия на... О! На развлекуху. Ты писала, ты был дым. А, нет, ступил здесь, ступил. Так, не хочу я тут покупать. Молодец. Дорого стоит. Пойдем, ну, вот это. Овец. Овец обработаем. Не вырубаю тут леса, потому что их мало, действительно. Просто мало для того, чтобы их вырубать. Театралочку завершили. Промышленная зона. Ну, вообще... А селитра для пороха нужна? Конечно. Ты чё, химию не знаю? Вот, у меня есть селитра. Здорово, классно тебе. Да, а у меня... Спасибо. Утро, блядь. Знаешь, сколько тут урана, наверное? Я думаю, блядь, ёпта, вот я тут продержусь. Тут, наверное, хренилион урана лежит на этих землях. Тут где уран? В пустынях, тундре, в болоте, ну, может быть. И у меня есть все. Да у меня, я живу на сраном уране. Он повсюду, блядь. О, нас затопило. Ну как нас? По-моему, меня скорее больше, чем тебя. Ну, у меня одна клетка тоже пострадала. Ну, в Карлстаде там, да. Я могу тебя отдать. О, это вы? Нет. Этот. Блядь, нет, это не вы. Да сейчас, не переживай ты, Юра, я найду, я же обещал. Да иди нахуй, я пытаюсь просто... Я пытаюсь, я не понимаю, блин. Нихуя себе, теперь есть бонус, если ставить рядом с чудесами света, блядь, сука. Чудесами природы, блядь. Ахахаха, МД отобрали замок у 187 красавы, тот-то те пришли к шоту, ахахахаха. Чего? Что это? Блядь, чалочек, блядь. У тебя время есть альтабы цеплять? Не буду показывать себе бар суверенить, у меня и так плюс 2 счастья. Так, а второй, в принципе, монет. Выше крыши. Не, у меня. Давайте компуса монет. Строить. Ну, то есть, было, я его все уже унес. Лёш, как думаешь, 5 городов имеет смысл ставить в этой цивилизации? Но у меня сейчас 9. Чего, блядь? У меня 9 городов. Поэтому я думаю, что не имеет смысла ставить 5. Я думаю, ставить следует больше. Ну, давайте вот посмотрим. У Кри 4 города, у Норвегии 3 города, у Финикии 4 города, у Шотландца 4 города, а у меня 9. И только про меня ты ничего не знаешь. Ну, очевидно, что у тебя их 3. В смысле? Нет. Или я блефовал, и у меня их тоже 9 на этом прекрасном пустынном континенте. Откуда ты знаешь, Лёш? Может быть, это мастерский блеф? Это я знаю... Может, у меня не тундра вовсе, а я просто вас отважу всего этого. Это видно... Может, у меня прекрасная луга. Видно в счете. Империя у тебя 59. То есть у тебя 3 или 4 города? Я свою империю построил с нуля, как Оксимирон. Лёш, жми ход. Нажал.
О, что-то у нас наводнение, только один ход был. Я даже не могу доплыть до вас. Два, по-моему. Я даже не могу до вас доплыть. То есть ты реально на острове или что? Ну, видимо, блядь, я выхожу, тут полюс, там полюс, блядь. Так, надо янтарь обработать. Скорее бы Оксфордский университет построить. Я так понимаю, религия никому не нужна в этой игре. Вы уже ушли в науку. Я просто пытался построить. Я надеюсь, что вы не отберете у меня мою это, оно поможет мне. Знаете, нет, религия главное я, чувак. Религия это. Твоя религия нахуй не сдалась. Религия это то, что религия, может помочь так людям, которые живут между пустыней, блядь, тундрой и ёбаным болотом. Религия, нахуй, кому? У меня даже не, у меня пантеон, по-моему. А, ну, оставьте мне мою религию, блядь, она... Нет, не оставил. Ты охуел, что ли, пёс? Ну, явись сюда, блядь, с твоей поганой религией. Мы тебе покажем, блядь, аборигенскую. Я тебе, блядь, никакие не сраные индейцы, нахуй. Я тебе, блядь, самые настоящие индийцы, блядь. Ты потом еще будешь моих иммигрантов в свою поганую страну пускать в качестве репарации, блядь, за свою колониальную политику. Понял? Вот это Юра выдал. Да тебе. Я с ним согласен. И я твой глав. Юра, мне кажется, ты скорее цыган, и твои граждане будут расселяться по другим странам, типа. Вы смотрите, я вам говорю, посмеетесь, когда я уран найду в этих пустынях, блядь, и тундры, нахуй, блядь. Да, я согласен, до слез прям смеяться будем. Я вам всем... Я просто, я понял уже, мне с таким спотом может и не победить, но я просто всех самых наглых чертей расхуярю боеголовками. Я Ким Чен Ин, блядь, или Ким Чен Ир, нахуй, или Ким Ир Сен, как хотите. Это будет ржачный тень. Я сижу на своем ебаном острове хуевом, у меня все голодают, меня ненавидят, блядь, вся страна, но боеголовки, блядь, направлены, блядь, в нужное место. Да, я представляю, скорее у тебя будут не боеголовки делать, а какие-нибудь миски из урана, знаешь, такой ложки урановые, вот это вот. Потому что, ну, больше, а что еще? Тебе достанется дырявое урановое. Самое то, этот гуляш жрать. Согласен, урановой дырявой ложкой. Я даже на дуршлаг согласен. Дуршлаг я сделаю своими боеголовками из твоей империи. Жду не дождусь. Вот только у меня пока жилья людям недостаточно. Сразу, братан, как только жильем народ обеспечим, так и хуйнем тебя, блять. Типа, вот прям вот сразу. Но, к сожалению, это сначала... Это очень похоже на цыган. У них тоже проблемы с жильем. Сначала жилье, потом вся остальная хуйня. А нет, тут есть, типа, создать строй сопровождения. Ну да, типа, в пятый можно, прицепить и поселенцы, и... Так это говорили, что в пятый нельзя как раз. Ну тут-то можно, блин. Ну, в этом-то и преимущество. Финикия, предложение. Так, в Карлстаде чинить тут все надо. Блин, а теперь нельзя вбивать название. Жалко. Я хотел. Да звать религии выбирать нельзя. А сколько у норвежцев, кстати? Финикия, ты там предложение. Так, следующий походу только отправится.
Отожми ход. Открой меня. Блять, чуваки, какие дебилы сделали. Вот посмотрите на иконку довольства, иконку жилья. Ну серьезно, ну это же кретинизм, они же одинаковые, блять. Блять, да они выглядят почти одинаково. Просто домик и шатер, блять. Ну какой уебан, блять, ёпта, это сделал. Ну пи... Я считаю, все запорол. Ну похуй, ну блять. Юра, там же... Ну, еще словами дописано довольно. Словами дописано, но, бля, я посмотрел, плюс 25. Блядь, чувак, и так, ну, я еще охуеваю. На довольствие плюс или минус, жилье сколько ты из... Так нет, нет, жилье плюс один, довольство плюс один. Они, блядь, ёпта, одинаковые. Просто, блядь, жилье это домик, а это домик с, флаг, с флагом, бля. Я... Не, как хотите, мне похуй, блядь, это... Ну я запоролся конкретно, блядь. Чем домики? Чувак, ну ей! Кто делает две иконки для обозначения разной хуйни абсолютно, сука, идентичными, блядь, ёпта? О чем ты? Я, кстати, глянул, что в цивилопедии про гуляш ничего не написано. Странно. Ну все, пизда тебе, я знаю, куда направлю первую, блядь, боеголовку. Ну как бы ты... Дырявую ложку... Нет, я согласен подписать договор на поставок дырявых урановых ложек из Венгрии. Это, ну, поддержать братский венгерский народ. Это как, помнишь, Советский Союз давай, присылали из давай. Венгрии банки с горошком, этот глобус? Шути, шути, Алексей, мы тебя быстро нашутим, блядь, ёпта, я тебя... Венгры, это тебе не хуенгры. Мы тебя, блядь, раз, два, блядь. Это есть писали. Две какие-то нации, венгры и охуенгры. То есть я... мы имеем дело с венграми. Ты знаешь, как я, ебать, тут на варварах прокачался, чувак? Тебе просто пизда, нахуй. Тебе просто пизда. Если ты сюда сунешься, я тебя просто... Тебе пизда, нахуй. Не суйся сюда, блядь, бойся. Ладно. Уговорил. Я тебя расстрелил, я тебя... И ты видел, какая у меня религия? Вы не видели ли? Слушай, а ты уже бутылку выпил? Нет, я только... У меня вообще только вот до этикетки дошел уровень, как бы, бутылки, так что... Ты еще бойся! Бойся! А религия ладно. У меня ислам, Леш, стоит, поэтому я тебе сейчас такую хуйню устрою. Лучше сюда, блядь, не суйся. Лучше, блядь, не лезь. Я даже переименую своих воинов, чтобы они пугали вас своими названиями. Вот что я сделаю, блядь. Что великий торговец дает? Там же написано тебе. Охуенные. А, у него у каждого свое свойство, да? Да. Блядь, чувак. Нет, у всех торговцев одно и то же свойство. Ты чё, нет уникального. Типа, просто они создают торговый путь охуенный или строят торговую хуйту. Так, как мне тут вы? Мой мавзолей в Геликарнасе надо? Блин. Нет, тут жалко. Блять, конечно, скорость тут жалко, что это максимальная. Очень долго все Или это только у меня? У вас быстро строится, возможно? Да, пара. Давайте колосс я, наверное, да, построю. Ну ладно, я тогда про. Ну, у меня как будто все играется на средней скорости сетевой, блядь. Ну ничего, мы идем прямо к боеголовкам, друзья. Вот у этого, блядь. Ты прям в научном этом дереве выстрелил уж, ну типа кликнул. Да, возможно, у Ким Чен Ына до сих пор нет NFC, блядь, ёпта, оплаты, но боеголовки у него нахуй есть, поэтому ждите. Тебе же надо. Так, у меня все с довольством хорошо, города растут, в принципе. Чувак, надо науку выровнять. Так, 77, 60, 78, 63, шоту у шотландца, 95. Все плюровые, блядь, ёпта, споты на карте, блядь. У меня тут, наверное, алюминий через уран, блядь, вот прям один через один. Ну, я зато по культуре неплохо. Короче, у вас нет никаких шансов. Чистая игра в развитии. Прям сейчас присягнул. Так, а это, блин, это равнины? Блин, я тут не хочу вырубать леса, вам честно, я сюда Магнуса сажал. Ну просто, ну это... Тут производства нету тогда. Кстати, а тут Петру бы в Лунде построить.
хз. Да, тут энергия как работает. Как же долго, ёпта, амбар строится. Лёш, ну то есть, ты серьезно говоришь, что тут имеет смысл стратегия спама городов при нужных политиках, блять, или... Да, на данный момент... 9? На данный момент мета такая. Сначала ставится столица и два города в начале. Они развиваются, пока ты не открываешь раннюю империю, где есть карточка плюс 50% при создании поселенцев. Ставишь карточку, еще где-то городов до 7. Еще 7 городов, чтобы у тебя было. А потом уже еще достраиваешь постепенно, если у тебя есть место, куда ставить города. То есть тут... У тебя единственное ограничение на города по-хорошему, это вот эти ресурсы роскоши, но их довольно много. Блять, ну а есть... Нет, мне еще никаких городов не строить и сдохнуть, блять. Тут дело в том, что нету практически никаких зданий, которые процент к чему-либо дают. То есть вот почему было в пятую цилу высокие города можно играть? У тебя там 30 жителей, бахнул... Универ, который там плюс 20%, по-моему, к науке дает. Потом еще бахнул лабу, которая плюс 15%. И вот тебе за счет того, что у тебя дохера жителей, у тебя дофига науки, например. Здесь все научные здания, это просто конкретно плюс сколько-то очков. Там плюс 4, плюс 5. И получается, что просто чем больше городов, тем больше ты научных зданий, тем больше у тебя науки. Все. Штрафов за открытие технологий никаких нет. Штрафов за количество городов никаких нет. Вот бахай города и радуйся. Нет, это не наш метод. 4 традиционных города Халецкого. Да, наш метод это 4 традиционных города Халецкого. Я думаю, я всех вбью. Тут выращивать города, как бы их большие, тут они тебе дают возможность больше районов, конечно, поставить. Бля, чувак, я никого не встретил, я не могу никуда пройти. Какой, о чём говоришь, блядь, какой, ни одной луки. Потому что у меня даже нету, блядь, клеток, где можно. Постройте 5 ферм. Сука, на пустынях фермы, блядь, не строятся. Говорил мне, блядь, хан. Хать барх, блядь, пиздец. Валунт перекину. Я же, это, я не понимаю. Вот вы посмотрите потом. Вы сейчас дойдете. Вы скажете, это Пангея или не Пангея была. Вот просто мне интересно ваше мнение. Насколько это Пангея, блядь, что я... Как будто ваша Пангея высрала какашку, и на этой какашке я... Хули смешно от тебя, блядь. Да, даже жалко Юру стало, да. Я построил, я пытаюсь установить контакт с миром, я плаваю вокруг всей этой какашки, но я не вижу ни одного выхода. Блять, ни одного перешейка. А что вообще дают? Фес. При первом обращении города в религию с помощью юнита вы получаете 20 единиц науки. Опа. А я бы стал сюзереном этого города с моей религией. Ваши, да, 15, когда вы не видите. Ну, это да. 15% неплохо. В Упсал. Так, я хочу открыть... Давайте отложим пока. Хочу открыть город вот здесь, шотландца, и отправить к нему караванчик. Порядок наведет. Уран придет, порядок наведет. Да, да, да. Трансконтинентальные баллистические ракеты, ебаные роботы, блять, нахуй, конические. Я видел, что в этом дополнении есть. Вам пизда. Ждите, робот высадит и расхуярит вашу столицу. Робот с ложкой дырявой в руке такой. С половником. Да, такие, у меня нормальные британские роботы, блять, нахуй. Они ухожают, блядь, ёбда, они тоже в тундре выросли, блядь. Или такой с кастрюли гуляша такой высаживается. Ребята, нет, почему ты не хочешь добрым быть венгром? Почему ты не хочешь, типа, ребята, приходите ко мне, да, в гости? У меня выбора не остается. Вот какой выбор быть добрым, если...
Блядь, чувак, тут дикая земля. На ней ничего. Это дикая земля. Она дикая, блядь. Я бы хотел быть. Никого нет. Ничего нет. А у меня на той клетке написано, что типа можно двух посадить горожан. Это как? В результате чего? Это ты там. Это район, и у тебя там здание есть, это специалисты, типа. Ну, ты строишь здание, туда можешь горожан сажать. Они тебе будут давать чисто вот выход. Как то есть, если... и в пятой ЦИ, ведь не помнишь, что ли, здесь вообще, блядь, писали? Ну, дробных-то чисел не было, по-моему. Ну, там они не дробные, это просто один из двух сидит, два из двух сидят. Это не дробные. Один из двух — это дробь, одна — вторая. Нет. Это сидит один, а может сидеть два максимум. Это не одна, вторая сидит. Это сидит один, а можно два. А в пятой можно было тоже двух специалистов сажать? Где-то один, где-то два. Тоже зависит от здания. Ладно. Значит, давно не играл. Ну ничего, я понял. Я придумал, как спастись. Несчастный. Вам пиздец. Вы охуеете. Вот сейчас, вот следующий ход. Вы охуеете. Вы просто охуеете. А можно мне не это... Не охуевать? Да. Не придется. Ты охуеешь вне зависимости от этого. Ну, пожалуйста. Готовься охуеть. Блять, ну так, когда там... так сложно, весь этот микроменеджмент переключать районы. Где там пророк? О, Юра священное место построил прям. Религию хочет. А у тебя проблемы со священным местом, что ли? Нет. Моим. Ты посмотри, блять, у меня ислам, нахуй. Ты пизда ничего-нибудь еще против моего священного места, блять. Аллах Акбар. Помяни мое слово. Вот сейчас Петру какой построил. Год? Какой год сейчас идет? Какой? 700-й на сэры. 700-й, да? 700-й. Вот в 1700-м мои люди будут Курбан-Байрам у тебя отмечать. Твои столицы. Лады. Блять, опять увидели разведчики. Еще тут опять спавнится лагеря заново. Никто мне не ответит. Ну похуй на вас. Да, да, конечно, спавнится с новой, ну. К жилью. Давайте к жилью поставим. Господи, какая же это все хуйня. Я не понимаю. Ну тут придется вырубать, потому что. Я бегаю за ними ютами, они приходят. Правительственная площадь, к сожалению. Почему? Боже, я. Почему это происходит со мной? Их так много, а вас тут нет, тут ни одного цивилизованного человека. Тут только варвары, которые бегают, а рабочие теперь ограничены. Продолжаем все обрабатывать. Я построил единственное чудо света и написали, что оно устаревшее. Вот как мне, как тебе такая хуйня, Илон Маск, блять? А почему? Я только-только возвел эту хуйню, а теперь она уже устаревшая. Тут внутреннее море какое-то вообще. Библиотечка. Так, ну я догнал шотландца по науке постепенно. По культуре я тут, конечно... Мне бы найти ГГшку культурную, я вообще улечу тогда. Ладно. Зато меня любят города государства. Дипломатическую службу откроем. Нет, конечно, я тут пожалуйста. Кучу ускорений не делаю. Ну,
задание наймить великого ученого. Как, бля? Где, сука, его высру? Так, сколько там до эпохи? 14, да, буду я в золотой век, я думаю. Андрей, а прочитай название города, вот этот, который на северо-востоке от Феса, в котором 8 жителей. Пита Кахана Пивиин. Потрясающее название. Пипа Сасана. Кахана. На, забыл еще. Пита Кахана Пивиин. Пита Кахана Пивиин. Ребята, давайте вместе соберемся и найдем венгра. Пошел нахуй, не ищи, ничего не найдешь. Сиди дома и тебя найду. Мои, мне рассказывали, что там есть гуляш. Возможно, если мы найдем венгра, тут то это волшебное хрючево. Хрючево поможет нам. У нас есть трюфели. Вы можете их забрать, если они... Я не могу их обработать, они стоят посреди льдов. Типа, я не могу там даже горы. Там просто льды и трюфели, блядь. Слушай, есть гавань? Есть. Давайте, наверное, блядь, прокачаем Рейну пока. Короче, кто-то должен через синее море плавать, а не только через голубое, чтобы доплыть. Ну, 9 науки пошло, отлично. Ну, вы поняли идею, да? Да, просто звучит забавно. Синее море, голубое. Как все плохо. Блин, шотландец даже города свои дорогами не соединял. Типа нафиг надо. Я бы на вашем месте задумался о рейтинге цивилизации. Я вот не вижу, кто первый. А вы видите? Лёшка. Как ты думаешь? И он заключил союз с Дисом. Культурный союз. Дис третий. Возможно. А, кстати, мы с тобой второму... разделяем последнюю строчку по рейтингу. А? Мы с тобой разделяем последнюю строчку по рейтингу. Вот нам нужно и подумать, чтобы уничтожить лидера. Мне кажется, Див и Лёша охуели. Нужно уничтожать их, пока они еще. Тебе стоит выходить в мореходство. Чтобы пересечь синее море. Нет ничего вокруг. Я вдруг... Я типа в другую эту зашел, блядь, кем-то другим катаю, может, кому-то... Так, зал приемов. Запретный город откроем. Я, блядь, я сыграю свою роль. Как голубь, ёбан. Может, универы купить просто? Ну, у меня, правда, нету на них мяча. Нету послов, чтобы универы использовать. Дисы и Халецкого одинаково на улице. 107. У меня чуть больше, чем здесь. Может, я вырвусь через рыбу? Вы не волнуйтесь, сейчас закончится этот героический век, у нас поменьше будет науки. Героический век? Грустный народ. У нас все века темные. Ты это помните, как вот в Астерикс и Обеликсе... Они, когда там какое-то свое хрючево выпивали, у них наступало прилив сил. Так вот, если ты откроешь. Если ты откроешь Цивик и социальный институт, то ты увидишь, что уникальное строение для венгров - это фабрика по производству гуляша. Тебе его надо построить, и тогда ты выйдешь в героический век. Это шутка такая. Возможно, у меня не будет много ядерных, но одну я точно построю, Лёш. Одна бомба точно улетит. Я не знаю, будет ли у тебя союз или противники на континенте, но мы, знай просто, наша цивилизация, вот ты уже багетил на меня, что я играю не по логике, а по понятию. Знай, моя цивилизация занята одной вещью. Построить какую-нибудь хуйню, погрузить на нее ядерную бомбу. И ебануть ее, блять, на твою столицу. Если будет две ядерные, то, блядь, две ебану, блять. Ну,
Я все нахуй, я уничтожу, я мир утплю, блять, нахуй, глобальным потеплением, но ты знай, так себя вести нельзя на международной арене. Ты вообще как это, блять, ты совершенно какие-то... Мы тут серьезно беседуем о будущем этого маленького мира. Спасибо за выступление посла Венгрии на нашем конгрессе. Твое поведение просто убеждает меня в землю отправить под воду, блядь, ёптвою. Я прочитал, тебе надо купальник строить. Твоя уникальная фишка. Да, да, точно, вот это, не фабрика гуляша, я вспомнил, купальня. Ну там идея та же, по-хорошему. Все то же самое. Она дает два довольства и два производства в городах. Блин, как мне нарчупинг же брос? Ставишь свои города как-то точнее, между ними ставишь много купалин. Да мне похуй, пусть немытыми ходят, блять, нам бы лишь бы освоить респект, блять, у нас тяжело, варвары и вся хуй. Ну, так как освоим, как все раз... так и будет купальни, блять, помогает. Пускай сначала трудятся в поте лица своего. Как только всю хуйню, блять, ёпта, мы освоим, так сразу и купальни, и хуяльни, все сделаем. Так, 12 блядь. Ходов. Но пока мы заняты... Мне 12... Ну, у меня вот будет чудо, колосс, да? Важными делами. И пока все. Где тут, блять, сывики поменять? Будем все заново, блять. О, у меня же тут католицизм обращают. Ой, все сложно так, ой, все. Чуваки, мы же с сохранениями играем. Ну, я не знаю. Ну, просто 250 ходов, мы сыграли 80. Да, мы быстрее, быстрее сыграем, не волнуйся. Я так подсчитал, мы даже не на экваторе. В смысле не на экваторе. Блять, какой отличный цивик, господи, ввели. О, все, я походу решил все свои проблемы, я ебланно было. Господи, я вам даже не буду говорить, что это, блять, я его не, ну я не знаю, с ним сам виноват. Господи, все, ждите, у меня сейчас будет 5 золотых веков. Господи, как я его при... Я такой дебил, сука. Юра, ты же блефуешь, да? Блин, да иди ты нахуй, блефуя, скуяли мне. Чувак, вот я дебил, оказывается, можно и посреди тундры, пустыни и говна, блять, и кучи нелояльности выбрать себе цивик, который поможет, блять, ёпта, а я дебил, я считай пол игры играл, блять, потому что просто не ту вес управления подставил, блять, ну я дебил, короче. Ну так, тут давайте так учетные банки, блядь, ставим. Даже стыдно. Бля, все, ждите золотой век Венгрии. Лёша, жди боеголовку, блядь. Хорошо. Сейчас мы, блядь, тебя пиздец отхуярим. Чё я тут убрал? Чё тут было? А, мы два... всех отхуярим даже. Вот, два ребята, действия строителям. Сейчас... Это тоже ладно. Уберем давайте... ...ментальные баллистические ракеты во все стороны. Уберем пока. Прямо на кавалере, блядь, их привезу. Чисто люди будут веслами на кресте. Жилье уберем. Средневековье закончится через 10 лет. Тут, конечно, странная у нас с Финикией территория. Собор Святой Софии. Так, а где шотландские города? Софии. Это инф. Вадим, ты? Я. Оставь религиозные чудеса мне, как мы. Так, Данди. Классы, где у нас Данди? Данди, наверное, вот там сверху, блядь, мне кажется. Придумай что. Поставь это развлекательный центр. Боюсь, не поможет.
денег. Всего не хватает. Давайте вот так здесь сделаем. Так. О, блин, нафига тут тогда улучшение ставилось? Если надо гавань ставить. А гавань надо ставить. И амбар надо ставить. Блин. Вообще нет. Амбар не надо. Сейчас мы закончим зал для приемов. Тут будет жилье. Кампус. Ладно, давайте амфитеатр пока. Здесь кампус таки ставим. Чё так долго ходим, блядь? Так, 9 городов же ж. Чё, блядь? Хорошо, можешь с камня убрать свою лошадь? Да, следующим ходом. Блядь, он уже они походил. Уже спелись, пацаны, но это пипец, надо гасить. Надо гасить гондонов, мне кажется. Я взываю к... Это ты со своими людьми разговариваешь? Все люди, мои люди, которые против тирании, блядь, фашизма и нацизма, блядь, которые вы хотите развернуть. Ира, мы слышим твое выступление на площади. Кажется... Оно транслируется по всему миру просто. Так, я считаю, что нужно голосовать... Вот, способность гасить, Швеции, видите, больше всего... Нет такого. У меня ничего нет вообще. Я ничего не могу изменить. И меня нигде не видно. Так, давайте за... Нет, подождите. Нет. Военных юнитов за валюту до следующего... За нет, производство. Нет. Пускай... А, увеличено, хотя нет, за золото. А, ну я не знаю, что тут делать, а вот давай тут новые районы построить, культурный захват, это интересно. Это за себя. Производство приобретения военных юнитов ниже, но нет, это мы за такое не пойдем. Голосование. Ну, какой результат? Не, ну там должен я пройти. Что военные вряд ли кто-то... Мы не одобряем. Но вы должны гасить колец. Да. О, принята моя резолюция. Нихуя себе. Стоимость при военных юнитов за валюту увеличена. Приобретение военных юнитов за валюту до следующего... То есть за производство строить юниты будет тяжеловато. Игрок Халецкий. Новые районы построены этим игроком. Кто проголосовал за Халецкого еще? Я не голосовал за Халецкого. Да он что-то выдумал, блядь, ёпта, как-то пропихнул всю эту инициативу. Не верьте Халецкому, пока не поздно, стройте катапульты! А я бы ему верил, классный чувак. Катапульты! Как все сложно, как это все сложно запомнить? Да не, нормально. Игрок завершил строительство колосса. Кто это? Ну это, если не играешь первый раз, по сути, нормально. Так, Умео, Хельсинборг, вот из Хельсинборга в Занзибар бегает. У нас с тобой два брата-близнеца, губернатор из Лунда, по соседних из городах. Из Линчепинга. Из почему Карлстада, из Гетеборга. А я проебался, я реально Колумб, короче. Это не тебя я нашел варваров. Я куплю за деньги торговца. От них недалеко до меня. Не, ну это реально странно. Мы играем шестером, короче. Ну, реально это похоже на фрактал. На анал. Ну, типа, на отдельном куске. Тогда мне должно было достаться сбалансированное количество ресурсов.
Не, ну, наверное, Юр, в этом и смысл, что, типа, ты в безопасности от военной агрессии, но у тебя есть ресурсные проблемы. Не очень сбалансирован. Королевскую библиотеку шведскую. Так, сколько у меня? 9 ходов. Сейчас я за королевскую библиотеку получу еще очки, я так понимаю. Да должен выйти это в золотой век. Вас так нагнут. Да. Помяните мое слово. Спасайтесь от Алексея Халецкого. Нет. Так, рабочий. Здесь, наверное, рис можно вырубить какой-нибудь, поставим, да и тропический лес можно вырубить. И вот тут можно вырубить. Давайте в Карлстад поработаем над кампусом. Потому что это долго там строится. Давайте, может, уже галеры построим. А, подождите, зачем мне тут галеры? А, мне тут не нужны галеры. Может быть, вот так. Мне вот тут все-таки город какой-то поставить. Я, походу, предаю Дис. Прямо сейчас он тебя застрелит. Лучше расторгай Али и убивай его прямо сейчас. Откуда инфа? 202. Клянусь своим материком и его плодородием. Не, ну придам, не придам, но войска бы тебе дис поднастроить. Да и норвежцу 45 военная сила. Знаешь, у тебя что там, лучник и скаут и все? Я имею в виду, что я второй по военной силе. Купить за золото всегда можно, оно у меня копится быстро. Вы ждите, ждите, когда я приду. В этом весь смысл. А? Говорю, мы можем сохраниться и доиграть. Бля, мы второй раз так очень не соберемся. Давай не отлучимся. Играем, да и доебимся. Если не нравится... Раши. В чем? Уходи в Раш и еби всех соседей и тех... Пеш... Да, давай, поступать. Классно, да. Вон, на норвежце у него как раз 45 армии. Да ща я ее поставлю отъебить. Просто провоцируйте меня на всякую хуйню. Так, подожди, где-то я? Так, тут амфитеатр. Я фактически свяжу своего соседа. Разве вам от этого будет проще? В каком смысле я вижу своего соседа? Свяжу. Фит. Как бы скормлива. Это ж наоборот еще хуже, по-моему, не? Так а что, ты ему просто сдаться собираешься, вообще не воевать? Не, ну, нет, так дела не делают. Воевать, но типа. Ну так повоюешь, это ж ты его затормозишь, ему надо постараться. Нет, ну тут не так все да, просто. Но потом получит преимущество. В конце концов. Моя-то цель пойти спать. Ну ты даешь, Андрей, так дела не делают. Не, ну я правда думал, что ты за один раз можно доиграть. Да мы всегда за один раз доиграем. Так, сколько там до пророка? Фиг знает, мы собирались как-то пораньше, что ли. Два хода. Давай нормально доигрывай, ёпта. Если хочешь рашиться, рашься и быстрее уйдешь спать, но просто так ливать не вариант. Хода до 90-го, вот давай, строй мировую войну. Желательно против Халецкого. Не, он далеко тут от меня. Да, у меня с Халецким даже границ особо нет. Но воевать-то с ним можно? Можно. А с кем у тебя границы? Давайте я даже вот объявлю войну, даже чтобы веселее было.
Блин, что в этом городе строить? Он какой-то упыторжный. Свет сообщили, что Швеция объявляет войну Кри. Так Стригулю же нужно было объявлять войну. Так он Кри. Мне Халецкий войну объявил, что тебе понятно было. Я просто не вижу, кем вы играете, ну ладно. Возможно, у вас там что-то очень важное на континенте произошло. Так, промышленная зона. Ну, центр. Ну, ладно, центр коммерции, давайте. Когда-нибудь вы увидите. Вы прилетите сюда, а тут будут небоскребы. Пророк, и... писатель. Ракетная оборона. Военная. Вот эти пророка я скоро найму. Что будет вокруг? А вы такие, о, как мы проглядели, коснули у юрца, а я скажу вот так вот, добро пожаловать в мой мир. Скорей бы. Очень хочется. Так. Сколько мне очков не хватает? Мне 9 не хватает. Уже получил 2 очка за счет галеры. 2 очка получил. Получу 4 очка за счет библиотеки. 7. И метри... Ну, там, апну. Все, должен выйти. Все нормально. Ура! У меня... Нет, опять темный век. Я почти уже поверил в то, что все будет хорошо. Шотландец, никак не пойму, а где твой Данди? Он сверху, что ли? Да. Зачем тебе мой Данди? Это мой мизер в Нави. Ну я же караваны к тебе пускаю, посмотри. Он за горами. Надо видеть, куда пускать. Так, нардчопинг вырос. Гавань. Тут рынок завершили. У меня все очень плохо. Ворона кампус. Нарядили себя кораблями. Вот тут давайте кампус. Боже, солнышко. Почему-то вы не добыли меня, а не добыли. Пошли в индустриализацию. Две гавани. Ну вообще я скоро ускорю гавань. В смысле, вот вторую где гавань. Где мировая война? Я хочу попиздить. Где вся хуйня происходит? Хотя бы на карте примерно. Вы можете? У меня про долговатый континент. В самом центре Пангею. Тебе придется сначала найти самого Панги, а потом пиздошить до самого центра. Ну, у меня, видимо, с двух сторон Панги. Не вылазит буква Я. Бедная Панги, я хочу вам сказать. Я давно таких Панги не видал. Сколько лет сюда ходил? Вот, Юра, я тебе кинул в чатик. Кого, Пангею? Нет, нажми вот тут, на. И ты перейдешь к тому месту, где идет битва. Звучит как «потяни меня за палец». Кстати, а ты можешь поставить метку, где ты находишься, и мы тебя найдем. Я не понимаю, блядь. Блин, Андрей, ты там что делаешь? Андрей? Да. Ядерную бомбу, блядь. Хожу. Да, давай, Волань, дрочи.
Средневековье закончится через 5 годов. Шотландец, продлим наш союз. Давай. Блять, они петухи, прими дружбу. Так нельзя. Ну а что мы поделаем? Так нельзя. Дисакстис, он использует тебя, потом предаст. Лучше заключай союз с нормальными пацанами. Дис. С кем? Я не знаю, я не вижу, что у вас там нормальные пацаны. Не вижу нормальных пацанов в игре, но ты с нормальными давай заключай. И прими, я тебе кинул уже союз. Да я его немножко этому модернизирую. Тебе шоколад же, какао нужен? Или... А, у тебя есть уже, да? Как вы можете? Или да. Нету? Нету, нету. Ну, вот и я о чем. Быстрее, подлецы, вашу подлость мы еще отхуярим не подлостью. Подлость отхуярим не подлостью? Да, это девиз нашего противо вашего сайта. Твой девиз с варварами или... Ой, иди, союз. Варваров я разъебал, не переживай. У меня по военной... Все нормально, блядь. Я тебе пизды дам только так, нахуй. Приди сюда. Приди, приди ко мне на континент. Да, тут все остальные, блядь, вообще с наукой. И мы поговорим, блядь. Конечно, грустят. Свой адрес пиши. Адрес, блядь, сука. Адрес пиши. Так, давайте. Давайте купим строителя. Бля, варвары, море опасно. Блядь, селитра нужна. Как ее добыть? А. Ебаный варвар. А вот и пророк. Сколько 4 хода еще? А варвары могут обстрелять поселенцев? Нет, они могут их захватить. А, ну с моря я имел в виду. Блин, не хочу мавзолей. Этих варваров, блядь. Темпломайор, дворец... О, дворец Потала. Дворец Потала можно построить. У меня тут нефть наверняка в этой книжке. Ебать. Королевская библиотечка закончила. Давайте мы университет купим все-таки тут. На кого она должна распространяться? Давайте художественный построим. И здесь отправим... Фес. Что он там дает? А, за обращение города в религию, отлично. О! Кумаси встретил. Здорово. Так, ну что, куда? Где будем прокачивать? В Карфагене давайте. Шпиончиков качать. Так, может, для какого района оставить лучше место? Диса, нафига ты у меня фес перекупил? Я просто перекупил как паусный. Так он и так работает. Так у тебя 6 послов там и так есть. Начинается. Не, ну да, какие-то вражеские действия происходят. Ну да, это действительно. Давайте Амани сейчас и назначим, видимо. Когда фрегаты придут. У нас уже будут линкоры.
блядь, ты. Бригады приплывут. Меркантилизм. И нет, библиотека. У вас не будет. Библиотека. Только повод сожалеть. Господи, это Халецкий так долго ходит, я не понимаю, куда. Да, да, да. Ну у меня война с Кри, понимаешь, мне надо. Война не идет. Нагибать. Военных действий пока не проходит. Тут задание у Кумаси, театральная площадь, у Женевы военный лагерь. У меня какая-то поебень высветилась, я такого не делал, невозможно. Хуй знает, что делать, пацаны. А чё вы, а чё написано? Гуру. И жёлтая земля какая-то. Не понял, нихуя. Крестовый поход возьмем. Бля, я не ебу, что делать с этим гуру, бля. Все, золотой век. Хуйню какую-то несет. Да удали его к хуям. Да к тому и идет. А вон он, город. Да, шотландец, так что да. Ну вот это, конечно, расселение типичное для пятой цивы. Вот это такое широкое, разлетаечка такая, да? Ну вот я же по военной вообще не такой пососный. А у норвежца как было 45, так и осталось. Сейчас 4 монаха у меня будет. Ничего себе. Я себе. Шаолинь! Они с этим словом ранят. Бля, чувак, нет, они меня... будут сражаться. Острым словом и тупым кулаком можно сделать гораздо больше, чем просто острым словом. И эти монахи Шаолинь придут к вам и... И вот это вот эхо, которое там у Юры, оно меня сбивает с мысли. Я убавлю, но я просто понимаю, что я... Я впервые встретил гуру и... Ведешь с ним разговоры? Да, я нихуя не понимаю, что от меня они хотят. Так, давайте поставим первого посла. Так, и, наверное... Нет, подождите, сейчас. Последних купим рабочих. Вот так, и меняем карточку и на рабочих еще. Давайте рационализм ставим. Их так много. И ставим... У меня столько гуру, ставим, что происходит, ставим. Я не понимаю. Первый посол. Занзибар мне войну объявил. Нет. Бля, Лёш, что делать с гуру? Я не понимаю. Чё, их просто оставлять в городах, чтобы они влияние распространяли или... Так а что там написано, что они делают вообще? Да ничего не написано, написано гуру, религиозное перемещение, лечение. Ты распространяй религию, наверное, с их помощью, я так думаю. Да они, у них нет активных никаких. Прижимается. Ну, повеселее, чтобы было. Нет, у нас... Куча гуру, только непонятно, хули им делать, блядь.
Жизе. Ходит, бегает, но тут религию распространяет. Ну, лапнем, наверное, до мечников. Так, ну, чё, кто там Кумаси надо. А я. Бля, тебя сколько юнитов? 50, бля? Да я уже с двумя воюю. Я еще и с норвежцем теперь воюю. Знаешь, как хреново? Ты так хочешь Стригуля освободить поскорее, что еще с кем-то другим начал? Да мне норвежец тут свою религию вонючую принес. Католицизм вот этот. Норвежец, ты принес ее при помощи буру или как? Апостол. А что делать? Как ты ее принес? Что делать? Ну, точнее, миссионера подгоняешь и езжаешь. Около ты где? Куда подгонять? Они просто чароебятся. Я не знаю, почему они тебя чароебятся. Ты просто там есть кнопка, типа активировать его, и он влияние увеличивает. Что-то сложно. Раньше так было, а теперь меня нет. Они просто стоят, подсвечивают желтое поле какое-то. Сейчас, Юра, подскажу. Подожди. Да ё-моё. Всё, давай. Пал, надо её религию, она ухо как придумывает, блядь, эти... Короче, эти гуру, они лечат религиозные юниты. Они не распространяют, они лечат. Так. И хули мне с этим делать? Нахуй они мне нужны, кого тут? А, я верну этого обратно. Ответа нет. Так, где у нас тут? Блять. Амани. Два хода еще в фес. Я могу построить стену возрождения. Здорово, строй. Советуешь? Да. Блять, чуваки, а зачем мне строить веру, если я не понимаю, как пользоваться юнитами веры, блять? Ну да, и с учетом того, что ты не можешь ни до кого доплыть из нас. Да. Не, ну у себя-то в религии надо обратить, в свои города. Так они не обращаются! Ну гуру не обращай, ты этих миссионеров делай. Ты чем тебе гуру? Блядь, они меня... Блядь. Юра, вот не плачь. Нахуй мне эти гуру, блядь. Я? Да. А, может, да, у меня поселенцы дошли, короче, ступил. Сейчас мы ебанем. Блять, эти гуру теперь, ну нажму пропуск хода, но это пиздец. Я так понимаю, что вы не в восторге от шестерки, вам больше пятерка нравится, да? Мне очень нравится шестерка, но я очень хочу спать. Я бы с удовольствием доиграл эту катку по-нормальному. Ну если хочешь, блять, сохранимся, если уж совсем, блять, пиздец. Ну типа, я с удовольствием по-нормальному. Я прочитал хотя бы, как пользоваться этими что? Гуру. Вот у меня подсвечивается религиозная сила, восклицательный знак, только я не... Хули делать это залупой-то, блядь? Я, между прочим, вошел в героический век, ребята. А все ты хорош, компом. Ты хорош. Надо с компом хотя бы одну-две игры сыграть, типа, чтобы вникнуть все аспекты. Да, я тоже вот сейчас только вообще стал раздуплять, о чем эта игра, так что... Так-то она неплохая, она сложная просто, сложнее писать. Много всего нового, много новых механик. Ну так что в итоге мы решаем? Я вон уже даже по армии на первое место вышел. Да ладно, я же был на первом. Сохраняем, давайте.
топа в натуре. Нам лучше просто в следующие выходные быстрее собираться. Бля, мне ачивку дали, победа достается. Так мы доигрываем эту партию или вы хотите ее вообще скрапнуть? Я бы доиграл. Я бы определенно доиграл. Доигрываем, блять, но видишь, у нас Плакса тут оказался, блять, ёп. Но мы можем завтра это сделать или без вариантов? Ну, я завтра свободен, в принципе. Я с 8 свободен. Ими. Но... Я не знаю. Кто это? Инф, Дис и... Я свободен, в смысле. Отлично. Я просто не озвучил. Кто у нас тут самый молчаливый, как его, Призонер? Я тоже не знаю насчет завтра. У нас одна с Призонером работа, поэтому мы насчет завтра не знаем. Блять, я просто пытаюсь... Ну давайте договоримся на 8, если... Раньше напишите Юре. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!